Свежая она у вас? Свежайшая рыбка, как игрушечка. Сколько вам взвесить? Карпа? Нет, карпа нет. Берите. Ну, давайте, вот две штучки положите, пожалуйста. А сюда? Как свежий. Все свежее. А может быть... Манец, Манечка. Ну вот, не получилось. Руки рыбы пахнут. Не рыбой, а морем. Пойдем. Ты что, с ума сошел? Мама увидит. Вечером все в силе? Почему? Она же подруга какой-то собиралась. Не знаю. Она сказала, что не пойдет. Мне кажется, она что-то подозревает. Про нас. Аля. Здрасте, Инга Петровна. И вам не хворать. Рыбу бери и пойдем. Давайте, я помогу донести. За товаром своим смотри, помощничек. Подождите, Инга Петровна, есть подарочек для вас. Мы без подарочка твоего обойдемся. Купили уже все. Пойдем. До вечера. Сколько раз я тебе говорила, выбрось ты его из головы. Кого? Да кого-кого, Ивана своего. Мам, ну что, уже поговорить нельзя, что ли? Ни о чем тебе разговаривать с этим рыболовом. У него отец вор, всю жизнь по тюрьмам. И этот, яблочко от яблони. Мам, Ваня хороший парень. Ага. Умный, красивый, да. Самостоятельный. Да. Только языком болтать и гораст. Заморочит тебе голову. Аля, столько денег на репетиторов потратили, чтобы тебя к экзаменам медицинские подготовить, а ты... Или ты передумала? Да почему передумала-то? Ну, я не знаю. Может, тебе больше нравится на рынке дохлой рыбой торговать, мама, как твой Иван? А что? Отличное будущее. На хлебушек всегда хватит. Мамочка, ну ты же сама мне говорила. Ой. Не в деньгах счастье. Если бы ты слушала, что я тебе говорила. Наш автобус, поехали. Что надо? Здорово. Извини, руки рыбы пахнут. Что надо? Груз перевезти надо. Не, я завязал с этим. Деньги хорошие. А что за груз? Сигареты? Золото, украшения, 13 кг. Контрабандисты все хорошо упаковали. Нужно только до берега довезти. Ну что, берешься? Вань! Грузиться давай. Иду, па. Не, извини, отцу обещал. Рыбаки чертовы. Че это ментярок тебе примотался? Да ничего, нормально все. Золото, украшения, 13 кг. Контрабандисты все хорошо упаковали. Нужно только до берега довезти. Куда собрался, сынок? Мне не 5 лет, бать. Отчитываться не обязан. Опять у мента своего на побегушках? Бать, я с этим завязал. А, понятно. К бабе намылился. Баб. Аля не баба. Ну, это верно. Алька девка хорошая, добрая. Может, тебя, дурака, остепениться заставит? Ладно. К ужину не жди. Давай. Рефлекс фиксации, то есть умение фиксировать объект и смотреть на него, отмечается у младенца уже при рождении. Рефлекс фиксации, то есть умение фиксировать. Ты с ума сошел, что ли? Я тебе сказала, что мама сегодня не дома. Тихо. Ваня. Аля!
Аля, ужинать иди, я рыбки пожарила, как ты любишь. Мамочка, я пока не хочу, спасибо. А что это у тебя здесь? А? Запах какой-то странный. Не знаю. А, так это твоя рыба, мама, вся квартира провоняла. Вроде мужской какой-то запах. Мам, ну да, у меня вот под кроватью мужик. Два. Да ну тебя, ужинать иди. Мамочка, я попозже, хорошо? Хорошо. Мне подготовиться надо. Все, уходи, она сейчас может вернуться. Сейчас. Ничего, малыш, скоро мы с твоей мамой поженимся, и нас уже никто не сможет разлучить. Скоро это все уже будет видно, Вань. Что я буду маме говорить? Скоро, тебе уже 18. Ты уже сама сможешь все решать. Я, кстати, имя уже придумала. Юрочка. Да ну, Юрочка. Пацана Мироном назовем. Что за имя такое? Мне не нравится. Нормальное имя, Мирон. У меня так деда звали. Ничего, малыш. У меня еще есть 3 месяца, чтобы уговорить твою маму на нормальное имя. Иди. Спасибо. Ну что, у всех налит? Герман, мне сок. Сыночек, дорогой, еще раз с возвращением. Как хорошо, что ты снова с нами. В нашем городе. Ой, ладно, в нашем городе. В твоем городе, мам. Ты в нем лучший мэр. Ладно. Выборы скоро, еще неизвестно. Раиса Викторовна, ну кто, если не вы? Герман. Герман, скажи лучше, как у тебя на работе дела? Да как обычно. Мы оперируем, люди идут на поправку. Так что за здоровье вашего электората можете не беспокоиться. Еще бы на семью время оставалось. А то он в хирургии пропадает, а я одна дома кукую. Оксаночка. Толик. Ну, если скучно станет, ты хоть заходи, поболтаем. Сестрен, я как только так сразу. Нет, 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 некогда ему скучать. У него еще конкурс новых проектов по архитектуре. О, а что за конкурс? Вот от мэрии. Реновация городского парка. Мам, не переживай, я все успею. Стоять, полиция! Арестованы! Сестренка, привет. Привет. Здорово. Привет. Мамуля. Ну, где тебя носит? Мы тебя ждем, ждем. Борюсь с преступностью, мама. Здорово, бандит. Ну, здорово, братиш. Дай на тебя посмотреть, а? Архитектор, чертов. Ну, хорош собой. Да ладно. Все девчонки твои. Согласен. Хватит суетиться, голова от тебя уже болит. Давай, все равно скоро расходимся. Завтра всем рано вставать. Мы на машине можем подвезти. Да ладно, я вам прогуляюсь, давно города не видел. Хоть на море посмотрю. Чего ты там не видел-то? На море, а? Да, да. Так, народ, у меня тост. Хорошо. Давайте за нас. За семью Кунцевых. Ура! 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 Спасибо вам. Спасибо большое. Отличная экскурсия. Только ветрено было. Да? Приходите еще. Обязательно. Мадам, здравствуйте. Здравствуйте. А для меня билетик найдется? К сожалению, сегодня катера больше в море не выйдут. Шторм начинается. Но для меня, может, они выйдут. Вы что, особенный? Нет, самый обычный. Анатолий Кунцев. Вы родственник мэра? Нет, почти. Я ее сын. Поздравляю. Только дело это не меняет. Катера в море сегодня больше не выйдут. Но если хотите, можете вплавь. Слушайте, я бы с радостью, но я плавки купальные забыл. Извините, мне нужно работать. Хорошей работы вам. До свидания. Всего доброго. А хорошо здесь, правда? Как будто во всем мире только ты и я. Может, ко мне зайдем? Батя рад будет. А внуки мечтают. Ты ему что, все рассказал? Конечно. Он будет с Мироном возиться, пока ты на занятиях, а я в море. Не с Мироном, а с Юрочкой. И я не буду в мед поступать. А чего так? ЕГЭ завалила? Да нет, с ЕГЭ-то все в порядке. Ну, куда я с грудным ребенком? Знаешь, какой сложный будет первый курс? Ну, я через год поступлю. Кто знает. Может, мы через год отсюда уедем?
Куда уедем? Например, за границу. Ты знаешь, сколько для этого нужно денег? Куча. А у меня есть куча денег. Если все продать, лямов 6-7, как с куста. Ты не обижайся, но за ваш домик такой суммы не дадут. А при чем здесь дом? Земля. У нас здесь свой пляж, своя бухта. Хочешь виллу строй, хочешь отель. Угу. То есть я буду замужем за подпольным миллионером? А чего не продаете? Да батя, рогом уперся, отчий дом никому не отдам. Ну ничего, я его уломаю. А может, сам передумай, когда внук родится. Все-таки будущее пацана важней, чем старая рухлядь в память о деде. Вань, я с твоим папой полностью согласна. Нам здесь еще Юрочку растить. Мирона. Добрый день. Привет. Ждешь пополнения? Нет, я подруге подарок выбираю. А ты чего здесь? Да вон, сестрёна у меня в положении. Через неделю срок. Здрасте. Здрасте. Так, Толя, какой лучше, оранжевый или беленький? Оба бери, не мучайся. Да? Да. А желтенький? Желтенький прекрасно. Скоро родит. Это называется инстинкт гнездования. Тихо. Дышите. Чего? Через нос. Оксанчик. Через нос. Вдох. Выдох. Отпустила? Угу, кажется, да. Папа, лучше стало. Хорошо. Дышите через нос. Так, ей срочно нужно в роддом. А так еще же неделя. Слушай, дети не поезда, по расписанию не ходят. Если ложные схватки, вы домой отправите. Оксан, ты помнишь, где роддом? Я не помню, где роддом. Я помню, где роддом. Пожалуйста, не бросайте меня, ладно? Я вас не брошу. А? Я тоже. Там перекопали, нужно будет ехать через набережную. Ну, через нас дышите, пожалуйста. Дышите. Маме и Гербуду позвони, пусть приедут. Конечно, позвоню, не беспокойся. Ага. Только держись, пожалуйста, слышишь? Сестренка, все хорошо будет. Испугался? Ага. Я чуть сам от ужаса не родил. А ты, смотрю, на все так спокойно реагируешь. Молодец. Ты откуда про роды столько знаешь? Да я собиралась в медицинский поступать. Угу. Ладно, я поеду, автобус сейчас подойдет. Какой автобус? Садись, я тебя подвезу. Автобус. Спасибо. Тебе спасибо. Работать не взяли. Это почему? Эта дорога в 3 раза длиннее, чем через город. Да я просто так стресс снимаю. Меня вождение успокаивает. Тем более, вон, виды красивые. А ты знаешь, что 1000 лет назад здесь была суша, а потом появилось море? Да ты, я смотрю, не только в медицине, да еще в истории разбираешься, да? Ну да, у меня мама учитель истории в 5-й гимназии. В 5-й? А у тебя мама, случайно, Нинка Петровна? Да. Да? Да. Ну ладно, она же у меня классной была. Правда? Да, у тебя крутая мама. То есть мы с тобой учились в одной школе? Получается так. А я тебя вообще не помню. Я тебя тоже. Спасибо, что подвез, Толя. Да не за что. Я пойду. Да. Инге Петровне привет передавай. Хорошо. Слушай, а может, я вечером заеду, мы съездим куда-нибудь? Ты извини, но моему парню это не понравится. Понял. Ну, тогда как-нибудь увидимся. Пока. Это Толя Концев. Да, а ты его помнишь? Ну, конечно, помню. Какой молодец. В Москву поехал, в архитектурный поступил. Мамочка, он поступил, потому что он сын мэра? Да вовсе не поэтому. Потому что он хорошо учился. Историей интересовался, какие рефераты писал. Да почему его в дом не позвала? Посидели бы, поговорили. Может быть, у вас что-нибудь...
Мамочка, вот именно поэтому не пригласила. Потому что ты дура у меня. Пойдем. Такой парень, а ты? Ты чем-то расстроена, мама? Да вот, сегодня опрос общественного мнения прислали. Не хотят меня люди избирать на следующий срок. Рейтинги низкие. Да выберут тебя нового мэра, не переживай. Деньги нужны на избирательную кампанию. Надо денег достанем. У нас с контрабандистами все на мази. Новая партия золота на подходе. Кто забирает? Опять Ларин? Нет. Этот отказался. Я нового рыбака нашел. Не доверяю я новым людям. А этому пацану ты доверяешь? Надежный мужик, вам поверь. О, давай поменяй. Алло, Вадик, привет. Все у меня. Жду, как договаривались. Отлично. Все, я побежал, мне переодеваться надо. Серег, ты что, дрыхнешь? Серега? Ты что, бухой, что ли? Это еще что такое? Серега, а где золото? Где золото? Водки. Где золото? Я говорю, где золото? Вырубили меня! Где золото? Где? Сзади подошли! До свидания! До завтра! Алло, Вань, привет! Слушай, тут шторм начался такой. Все экскурсии отменили. Давай встретимся у колоннады вечером. Давай, буду тебя ждать. И снова здрасте. Привет. Привет. А ты чего здесь? Дочь переждаешь? Ну, вроде того. А ты? Да, встреча была, вот только закончилась. Давай до дома подкину. Нет, спасибо. Я парня жду. Он вот должен сейчас приехать. Опять этот парень. Ладно, не мерзну. Давай. Давай. Ну все, что, идем? Да. Добрый вечер! Привет, красавица! Эй, вы чего, руки убрали? О, иди отсюда, Вася! Поймал героя! Что такое? Завали отсюда быстро! Быстро, я сказал! Пойдем, пойдем. С тобой все в порядке? Да. Это кто? Толик. Как ты? Аль, я спросил, что за клоун? Это Толик Кунцев, знакомый мой. Ты нормально? Все хорошо. А, Кунцев. Ясно. А ты где был? А я в море целый день. Весь рыбы провонял, в грязище извалялся. А ты здесь с сынком мэра Шуры-Муры устроила. Ваня, пожалуйста, не надо. Ладно. Бать! Где золото, Ларин? Отпусти отца быстро. Тихо, 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 тихо. Не с того разговора начали? Да. Чего ты хочешь? Ты вырубил Серегу Сысоева и забрал груз. Отдай его мне. Я ничего не брал. Сысоев, небось, сам золотишко припрятал.
А теперь стрелки переводит. Отпусти, начальник. Не брал он твое золото. Целый день в рыболовном рейде. Ладно, посидите у меня в КПЗ, посмотрим, как вы запоете. Подкину вам наркоту и впаяю срок по полной программе. Алло, Семенов! Пригони ко мне ребятишек сюда по адресу. Погоди, Вадим. Золото, украшения, килограмм 13. Контрабандисты все хорошо упаковали. Нужно только до берега довести. На что берешься? Семенов, отбой! Я говорю, отбой! Может, ты один такой умный? Знаешь, сколько у меня таких записей накопилось за последний год? Ах ты, зараза. Отдай телефон. На, забирай. Только у меня все на флешке дублировано. Если нас с отцом тронешь, это и другие записи быстро окажутся на столе у прокурора. Усек? Да, усек. Зря ты это, сынок, зря. Бать. Все в жизни пригодится. Ракушка. Дары моря. Посмотрим? Давай. Большая. Да, и с каждым днем становлюсь еще больше. Я так долго ждал этого дня. Ты выйдешь за меня? Да, конечно, да. Завтра в 9 утра едем в ЗАГС, подаем заявление. Тебе 18, твоя мама ничего не узнает. Я такая счастливая с тобой. То ли еще будет. Почему ты на работу не пошла? Мне начальница твоя звонила. Что случилось, девочка моя? Мам, он не пришел. Кто? Он не пришел. Иван? Да и невелика потеря. У тебя вся жизнь впереди, столько мальчиков еще будет. Мам, ничего у меня уже не будет. Какой срок? 7-й. Почему ты мне не сказала? Почему ты промолчала? Мама, он обещал на мне жениться. Признавался в любви, кольцо вот подарил. Кольцо? Ворованное, небось. Мама! Ну, ничего, ничего. Кстати, у меня пойдет. Тебе еще 18. Не было. Все, пойдем, собирайся. Куда? Пойдем, пойдем. На рынок пойдем, а они там с отцом наверняка со своим. Мам. Я им сейчас мозги вправлю. Сейчас я.
Мам. Что, мам? Не надо. Ну и где они? Попрятались все? Как крысы под веником, трусы проклятые. Вы Лариных ищете? Да, где они? Беда у Лариных, Иван погиб. Что? Да говорят, полез на склад какой-то грабить. Потом поджег, чтобы следы замести. Да и сам сгорел. Аля! Аля! Доченька моя, вставай. Тихо, 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 тихо. Ну, вставай. Пожара был обнаружен паспорт на имя Ларина Ивана Петровича. Что я без паспорта сына своего не узнаю? Это он. На ноге кость неправильно срослась, мотоцикл упал. Ваня, это Ваня, сын. Выйдем и пообщаемся. Зачем он в ангар полез? Почем знаю. У него своя жизнь была. Он передо мной не отчитывался. Золото мое притул, да? Не брал он твое золото! Засрял, только парня порешил! Рот закрой. Будешь про меня слухи разносить по городу. Рядом с сыном окажешься. Усек? Да пошел! Залетела в 17 лет. А я так и знала. Так и знала. Яблочко от яблони, отец полжизни по тюрьмам. И этот склад поджег, чтобы следы замести. Ворюга. Не говори так про Ивана. Он не вор. А кто? Я не знаю. Это какая-то ошибка. Его подставили. Надо в полицию пойти. А ты иди, доченька, иди. Расскажи все. Тебя сосвету сживут. Под опросом затаскают, еще и пособницы сделают. Значит так, ты ничего не видела, и ты ничего не знаешь. Собирайся и поехали. Куда? Куда-куда, в деревню поедем. К тете Анжеле, там мы рожать будем, там и воздух чище. И сплетен меньше. Да плевать мне на сплетни. Я никуда не поеду. Поедешь, поедешь. А не поедешь, я тебя волоком вытащу. Ну, здравствуйте, мои дорогие. Я вас жду, жду. А вы все никак не идете. Автобус ломался. Устали очень. Сама заходи. Сумку-то, сумку давай, моя девочка. Ну, не плачь, не плачь. Ну. Сейчас покушаем, отдохнешь, в себя придешь. Тебе, ребеночке, надо думать, нельзя плакать. Не могу я, тетя Анжела. Ну, надо, надо, милая, надо. Я акушеркой 20 лет проработала, знаешь, чего насмотрелась? Ребенок может больной родиться. Проходи. Ой, тетя Анжела, давай помогу. Я сама справлюсь, иди полежи. Да я у вас тут уже месяц в кровати валяюсь. Ничего, родишь, тогда и набегаешься, ни минуты покоя не будет. Да, скорее бы уже. 2 месяца еще ждать. Имя-то уже мальчишечки придумала? Да, Мирон. Оно Ивану нравилось. Хм, Мирон, чудное какое. Ну, ты, мать, тебе решать. Я пойду еще принесу шторку чистую. Сейчас уже рожать будешь. Ой, держись, держись. Ой, я-то еще родов приняла. Тихо. Небось, еще не забыла, как аккуратно. Это делается. Тихо, тихо. Мама. Тихонько. Отойди. Ой, надо воду горячую. Пойдем, тазики поможешь. Пошли, пошли, пошли. Куда? Давай. Надо знать, что. Тихо.
Ой, Мила. Сейчас все будет. Давай, потерпи, все. Алечка, потерпи. Алин. Давай, давай. Что это? Это лекарство. Сейчас родишь, как помахаю. Какое лекарство? Давай, 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 кулачком поработай. О, молодец. Потерпи. Надо вниз ее. Аккуратнее. Давай. Вниз. Тихо, 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 тихо. Давай, давай. Милая, давай, тушься. Давай. Молодец. А ну еще! Давай еще! Давай! Головка показалась! Давай, милая! Тушься! А ну, да. Ну! Давай, давай, милая! Давай, давай! Молодец! Мама, а где Мирон? Доченька, ты полежи, не вставай, голова закружится. Сколько я спала? 2 дня. Анжела! Где мой сын? Дочь, ребеночек. Он недоношенный родился. Слабенький совсем. Он не вышел. Нет! Ну нет! Аль, детка! Нет, не может быть! Аль, не может надо быть! Аль! Светонька! Кладбище старое, деревенское. Все давно в город уехали. И сюда никто не ходит. Ну вот. Тут мы его и похоронили. Так а как? Без документов-то. Даже на личико его не посмотрела. Доченька. Здравствуй. Ты терпи. Все когда-нибудь пройдет. Перемирится мука будет, а домой вернемся. Дома и стены помогают. Мирошенька. Мама пришла. Петровна? Толя, Концев. Здравствуйте. Какой красавица-то стала. Возмужал, волосы такие. Ладно. А вы вот все такая же прекрасная. Да, да. Аля рассказывала о вашем знакомстве. Может, ты зайдешь ее проведать? Ну, у Али есть кому проведывать. Да, беда у нас, Толя. Парень у Али погиб. Ходит весь месяц сама не в себе. Я не знал. А я приходил на пирс. Там другая девушка работает. Работает. Мы с Алей к подруге моей ездили погостить. Я думала, что она развеется куда-то. И место потеряли, в институт она поступать не хочет, вообще ничего делать не хочет. Ты заходи. Может, она тебя хоть послушает. Зайду. Я зайду, Инга Петровна. Заходи. До свидания. Ты, учитель? Я пришла про внука вашего рассказать. Ты что, родила, что ли? Он умер при родах. Ясно. Жаль, конечно, может, она и к лучшему. Что? Что вы такое говорите? Это же ваш родной внук. Ты что, думал, я плакать над ним, что ли, буду? Нет, ну, подождите, может быть, вы меня хотя бы в дом пустите? Я вам пирожков принесла. Посидим,
Ивана вспоминаю. Слушай, ты вот чего. Ты не ходи сюда. Больше Ивана нет, и ты живи своей жизнью. Но ведь у нас с вами общее горе. Нет, я... милая. У меня свое горе, у тебя свое. Усекла? К старшему Ларину приходила какая-то девица. Девица? Да. А можешь мне ее описать? Ну, небольшого роста, а кудрявая. Аль! Здрасте. Мия. Ты зачем к Ларину ходила? Просто так. Поддержать его морально. А он тебя материально. Да ладно, я знаю, что нас с его сыном мутило. Хотел тебя на допрос вызвать, а так как сквозь землю провалилась. Мы с мамой у родственников были. Я ничего не знаю. Ладно, не ври. Иван тебе что-нибудь рассказывал? С кем он свои делишки проворачивал? Он ничего не проворачивал. А это колечко тоже тебе Иван подарил? Мама подарила. На 18 лет. Привет. 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 Здорово. Чего вы здесь делаете? Да так, кое-что обсуждаем. Ладно, будет информация, сообщи. Рада тебя видеть. Спасибо. Вот Инга Петровна в гости позвала, я приехал. Да. Кстати, у меня еще к тебе дело. Маме в предвыборный штаб секретарь нужен. Но я подумала, тебе, мало ли, отработка нужна. Мне? Я никогда таким не занималась. В компьютере разбираешься? Да. Ну, напечатать, значит, сможешь. Толя? Толя! О-о-о. Здравствуйте, Инга Петровна. Я ехала все-таки. Ну, конечно, я же обещал. Это вам. Толя, это очень приятно. Вот. Али, хочу работу предложить. Очень хорошо. Ты нас очень выручаешь. Аленька собирается в медицинский поступать. Там как раз дополнительный конкурсный набор открыт. Так что твоя работа будет очень... Мам, кстати, приемная комиссия. До 5, она же еще работает. Толь, ты на машине. Подкинешь Алю в институт. Конечно, мам, давайте. Надо все разузнать, Аля. Что, а то она, знаешь, пока сама соберется, и дополнительный набор уже закроют. Я тогда заодно про работу расскажу. Отлично. Да. Это я Оксанку сынишка подвозил. Слушай, такой забавный малыш, ты себе не представляешь. Представляю. Я что-то не то сказал? Все хорошо. Просто как-то все так сразу навалилось. Я не знаю, зачем теперь жить. Останови машину. Сильно любила? Ну, того парня. Да. Очень. А ты любил когда-нибудь? Да. Но это было недолго, ничем хорошим не кончилось. Ее Лид звали, мы с ней вместе на курсе учились. Я ухаживал за ней. Думал, что у нас что-нибудь получится. А она? А она яркая, веселая. Любила дискотеки, тусовки. Я в этом плане тихоня. Она тебя бросила? Я узнал, что она с другим крутит. А я у нее так в запасе был. Ну, я после выпуска решил вернуться в родной город. Хотя я в Москве мог работать. Вот пытаюсь ее забыть. Получается? Ну, когда-то рядом, да, получается. Толь, ты хороший парень.
Но я пока не готова к отношениям. Конечно, нет проблем. Просто друзья. Только, может, насчет работы подумаешь? Я уже подумала. Я согласна. Да? Пойдем в машину? Пойдем. Вот это нужно расклеить в центральном районе. Возьметесь, да? А вот это 300 копий. Вам? Хорошо. Вам. А вы ко мне через полчасика подойдите. Хорошо. Здравствуйте, товарищи. Как настроение? Бодрое. Здравствуйте. Бодрое? Вы посчитали то, что я просила? Да. Тут все в порядке? Все в порядке. О, мам, знакомься. Аля Новикова. Очень приятно. Очень приятно. Это она Оксанчика под дом помогла доставить. Здесь вот трудится как пчелка. За Оксану вам отдельное спасибо. Она вас часто вспоминает. Спасибо. Ну что, как дела? Спасибо. Мам, может, домой уже поедешь, а? Это уже поздно. Ты помнишь, скоро у тебя тендер проектов? Обижаешь. У меня уже вон. Почти все готово. Молодец. У меня еще куча дел. Ты помнишь, что у мамы завтра выборы? Кстати, а кто... Эта девочка Аля, кажется. Она вообще по жизни чем занимается? В медицинский собиралась поступать. А что, она тебе понравилась? Обычная девочка. У тебя сотни таких еще будет. Или что? Любовь-морковь? Жениться, что ли, собрался? Кстати, хорошая идея. Толя, у тебя еще вся жизнь впереди. Работа, интересные проекты. Зачем раньше времени на шею хомут вешать? Слушаюсь, Раиса Викторовна. Отставите хомут. Вот мне нужно завтра сделать. Да, но мне нужен скан вот этого документа. Сделаю. Привет. Привет. Так, так и у меня были. Подожди, я сделаю сейчас приправку. И ты потом сейчас это сканируй. Да я уже отсканировал. Мне нужен. Все, работаешь, молодец. Да. Делай, если ты делал. Ну что, волнуешься? Завтра большой день. Да. Забавно. Выборы у мамы, а мандраж у меня. Она он спокойно, как удав. Аль, пока. 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 Ну, чего ты беспокоишься? Она же не первый год в политике. Тем более, по всем опросам она лидирует. Ну да, ты права. Кстати, если мама победит, мы в ее честь устроим вечеринку на берегу в ресторане. Будут танцы для молодежи. Приходи. Я постараюсь. Кстати, спасибо, что пригласила меня сюда. Мне понравилось работать в штабе. Даже жаль, что сегодня последний день. Да, мне тоже жаль, что сегодня последний день. Я уж как-то привык к тебе. Что забегу к тебе, поболтаем, посмеемся. Ну, я ведь не попадаю никуда. Можем общаться, как раньше. Но я не хочу, как раньше. Я большего хочу. Я влюбился в тебя, Аль. Толик, извини, я не могу ответить тебе тем же. Мне лучше уйти. Нет. Это мне лучше уйти, прости. Прости. Результатом голосования победу на выборах мэра нашего города вновь одерживает Раиса Кунцева. Сейчас переизбранный мэр выступит со своим первым обращением. Приветствую вас, дорогие жители города. Вы не пожалеете о своем выборе. Я сделаю все для того, чтобы с каждым днем наш город становился лучше и лучше. И начнем мы с реконструкции парка. Об этом сейчас расскажет сам автор проекта реконструкции. Спасибо. Для начала я хочу сказать, что я искренне люблю наш город.
Я здесь родился и вырос, и здесь я встретил любимого человека. Ну, а городской парк — это вообще особенное место. Я провел в нем все свое детство и знаю каждое дерево и каждую скамейку. Реализовать проект по его реконструкции — это огромная честь для меня. Ведь в будущем по этому парку будут ходить наши дети. И для меня важно, чтобы они полюбили это место так же сильно, как и я. Спасибо. Танец. О, ты все-таки пришла? Да. Я рад. Я решила лично поздравить тебя с победой. Видела репортаж по телевизору. Ты молодец. Спасибо большое, мне очень приятно. А у меня тоже есть хорошая новость. Так. Прислали результаты вступительных. И я поступила в медицинский. Круто, я поздравляю. Так ты студентка? Да. Класс. Спасибо. Может, выйдем на улицу? Пойдем. А ты круто двигаешься. Я не знала. Спасибо. Ты много обо мне не знаешь. Ну да. Я хотела бы узнать, если еще не поздно. Правда? Да. Ты имеешь в виду... Я поняла, что не готова терять тебя. Ты очень дорог, Виталик. Я хочу попробовать. Как тебя зовут, Постреленок? Это Рома его зовут. Рома Романчик, возьми яблок килограммчик. Вот, не надо нам яблок. А мне взвесьте два, пожалуйста. Может, красненьких лучше возьмем, а? Не-не, это Антоновка, она лучше для пирога. Барышня разбирается. Ты пироги собралась печь? Ну да. Один Толику на день рождения, другой девчонкам после больницы. Спасибо. Пожалуйста. Когда ты все успеваешь? И институт у тебя, и практика в больнице. Я бы вот тортик в магазине купила бы, и все. Так, Рома, не трогай рыбу руками. Фу! Ну, Толику нравится, когда дома пирогами пахнет. Он говорит, уютно. Балуешь ты моего брата? Девушки, девушки, подходим, рыбу смотрим, все свеженькое. А, выбираем. Так, а вот это вот, вот как называется? Это лещ. Лещ. А, лещ. Леща дайте, пожалуйста. Побольше. Сколько лет я покупаю рыбу на этом рынке и никак не могу запомнить, как она называется. Скажи, пожалуйста, а Герман что, в больнице придирается к тебе? Нет, конечно. Я за практику в больнице выучила больше, чем за 4 года в институте. Ну, гоняет нас, конечно, но это правильно. А медсестры что?
Глазки строит? Оксанчик, он в тебе и Ромки души не чает. Не ревни. Лучше он возьми окуня, он съест. А, окунь. А, да, и окуня, пожалуйста. Будьте любезны, мне килограмма два. Ага. А ты что, Толю, вообще не ревнуешь? А должна? Не знаю, мы доверяем друг другу. Ну, знаешь, доверяй, ну и проверяй, так мама всегда говорит. Ты если в больнице что-нибудь заметишь, ты мне скажи сразу, ладно? И если я что-то замечу, я тебе тоже скажу, мы же подружки. Хорошо. Что-нибудь? Так, сначала заедем в мэрию, а потом в банк. И по плану что? Мам. Фонд поддержки матерей и созвонись с Николаем Петровичем, что подготовил документы. Угу. Слушай, мам, место просто шикарное. Странно, что здесь до сих пор ничего не построили. Пляж свой, бухта. Владелец не хотел продавать. Весной умер. А наследники что? Был сын, тоже погиб 4 года тому назад. Теперь эта земля отойдет городу. Понял. Что теперь здесь планируется? Бутик-отель премиум-класса, эксклюзив. Покупателей на землю я уже нашла. Слушай, ну надеюсь, что-нибудь достойное построят. Все-таки место такое. А вот это зависит от тебя. Ты будешь архитектором этого проекта. С инвесторами я уже договорилась. Ты серьезно? Да? Мам. Спасибо, мам. Только не подведи меня. Да я справлюсь, это же работа мечты. Мам, спасибо. Алло. Да, Олег Иванович. Мы выезжаем к вам. Да? Да, конечно, конечно. Давай. Папа! Ого, вчера ты был полегче. Ну что, пойдем поможем маме с тетей? А? Привет. 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 Ну что, как прошло твое дежурство? Троих по скорой привезли. Ага. Оперировал всю ночь. Ага. Бедный, ты у меня совсем не отдыхаешь. Они вообще о твоем здоровье там не думают, да? Слушай, ну я же зав хирургии. К тому же все в отпуске, работать некому. А у меня на неделе еще 3 ночных. А, 3? 3. Ничего, сегодня ага. Отдохну на празднике. Ага. Да. Машину. Ночные смены – это очень тяжело. Да? Пойдем. Ночные смены – это очень тяжело. Согласен. Слушай. А давай я тебя до дома довезу. М? Спасибо, Герман Владимирович. Да брось ты. В больнице я тебя буду, Владимирович. Здесь все свои. Поехали. Мой любимый внучок Ромочка. Оксан, как все-таки на тебя похож, а? Ну, давай еще кусочек. Съешь за бабушку. Беги. Бери, беги. Спасибо. В свою комнатку. Ну что, давайте еще раз выпьем. Вадик, не чисти. Так, я начальник полиции или нет? Я сам буду решать, что мне делать. Договорились? Так, а можно мне сказать тост? Толенька, дорогой мой, сегодня тебе исполнилось 28 лет. У тебя большой дом, надежный брак, чудесная супруга. Спасибо. Ты стал совсем взрослым, но для меня ты всегда останешься маленьким мальчиком. Я помню, что с детства ты все время возился с конструктором, что-то строил. Мам. И вот сегодня сбылась твоя мечта. Ты главный архитектор грандиозного проекта в Старой Бухте. Поздравляю тебя! Ура! Ура! Спасибо! Толечка, поздравляем. В Старой Бухте? Угу. Там владелец умер, земля отошла городу, и теперь там будет супер-отель. Как умер? Когда? 30 лет назад. Спился Сарыхович. Что такое? Ты разве не рада за меня? Я очень-очень рада. Я просто не знала. Тост от тещи. Толечка, дорогой, я, Аля, мы все очень гордимся тобой. Ты самый лучший муж и зять. Мам, откройте мам. Окна, что с тобой? Вызывайте мам. Скорую. Что-то... Не волнуйтесь, все в порядке. Мам, ну как ты нас напугала всех? Да, голова закружилась. Как услышала, что отец Ивана умер. Да, это сколько ж получается, я у Ванечки на могиле не была. 1,5 года прошло, а мы не знали. Толя. Я говорил с неврологом, анализы хорошие,
небольшая ишемия головного мозга, но это поправимо. Здоровый сон, правильное питание и таблеточки. Будьте как новенькая, Инга Петровна. Вам еще осталось немного обследоваться, а потом я предлагаю маму к себе забрать. Да. Ну что, ну, что вам одной дома делать? Нет, 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 это исключено. Я не хочу вас стеснять потом. Мне вещи там, мне цветы поливать надо. Мам, перестань. Ну, пройдет кризис, вернешься ты к себе домой. А вещи я тебе привезу на первое время. Полиция? А мама кто-то забрался в мою квартиру. Мне очень страшно. Мне кажется, он все еще здесь. Приморская, дом 10. Приезжайте скорее, пожалуйста. Случилось. Как только узнал, сразу приехал. Все-таки родственница моя. Извини, Вадим, ложная тревога. Там мама забывает створки постоянно закрывать. Я думала, воры залезли. А сама что здесь делаешь? А я вещи мамины собираю. Мы же ее к себе перевозим из больницы. Так давай возьму твои вещи и подвезу на машине с мигалкой. Нет, спасибо. Мне там еще прибираться надо. Все нормально. Точно? Не беспокойся. Ну ладно. Извини еще. Да ничего. Ладно, давай. Давай. Сказал, что ложный вызов. Молодец. Ты у меня всегда была сообразительной. Аккуратно. Анечка, когда тебя ранили? Часа три назад. В поезде к тебе ехал, какой-то хмырь ножом пырнул. Сможешь меня заштопать? Вань, ты с ума сошел? Там могла инфекция попасть, и все что угодно. Тебе в больницу надо ехать. Нельзя мне в больницу. Придумай что-нибудь. На мне все, как на собаке, заживает. Потерпи, Ванечка. Алло, Свет. Герман Владимирович дежурит сегодня? Иди сюда. Сейчас. Герман, мне нужно Извините. Черт возьми. Одевайся, одевайся. Аля, Аля, подожди. Это недоразумение. Я не хотел с Иркой. Это случайность. Я так и поняла. Извини. А что ты тут делаешь? Сегодня же не твоя смена. У меня дома человек лежит, ему операция нужна. Но я сама разберусь. Нет, подожди. Я помогу тебе. Ты только Оксанке ничего не говори, ладно? Слушай, я бы ей и так ничего не сказала. Я не хочу сделать ей больно. Я тоже. Я сейчас за инструментом сбегу и вернусь. Ладно? Я быстро. Толик, привет. Меня вызвали в ночную смену. Я не приеду сегодня. Тяжелого больного привезли. Ложись спать. Ну все. Рану я промыл, все зашил, антибиотики вколол.
под обезболивающим должен проспать до утра. Его, конечно, хорошо бы в палату. Под наблюдением. Я сама присмотрю. Угу. А он тебе кто? Старый знакомый. Похоже, у Толика тоже рога проклевываются. Он просто друг, Герман. Ну да, я так и понял. Слушай, давай ты никому ничего об этом не скажешь, хорошо? Ты про врачебную тайну слышала? Ну вот, ты в больницу не приходила, я сюда не приходила. Не провожай меня. Пока. Пока. Разрушитель крепких семей. В смысле? В смысле? Ты жену мою зачем на ночную смену вызвал? Я теперь дозвониться до нее не могу. Ты об этом? Извини, не сразу понял, замотался. Работать некому. Аля, она, ну, пришлось ей подежурить. Прости, я тороплюсь. Давай. Да вот они идут. Осторожно. Спасибо, Герман. Инга Петровна, здравствуйте. Как вы? Толя, прекрасно, что заехала. Хорошо. Толь, извини, мы выписку долго ждали. Давайте, 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 а то я уже в мэрию опаздываю. Мама звонила. Хорошо. Лидия Самойлова, я буду представлять интересы моего работодателя по застройке участка в Старой Бухте. Раиса Викторовна Кунцева, мэр. Очень. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Мы вас очень ждем. Как добрались из Москвы? Спасибо, все хорошо. Как вы, наверное, уже поняли, инвестора в первую очередь интересует архитектурная концепция, да? Ну, конечно. Раиса Викторовна, можно вопрос? Пожалуйста. Со мной в архитектурном на одном курсе учился Толя Кунцев. Это, случаем, не ваш родственник? Мой младший сын и архитектор этого проекта. Вот-вот должен подойти. Как интересно. Да? Анатолий, это представитель инвестора. Лида. Толик, рада видеть тебя. Сколько лет, сколько зим. Как ты? Хорошо. Слушай, а ты не говорил, что у тебя мама мэр? Ты не спрашивала, я и не... Ну ладно, будет время еще обсудить. Раиса Викторовна, а можно я украду вашего сына? Нужно обсудить кое-какие архитектурные решения. Конечно. У меня как раз совещание по текущим вопросам. Анатолий в полном вашем распоряжении. Спасибо. Пойдем, может быть, город мне покажешь. Пойдем. Всего хорошего. Вань. Вань. Я заждался. Перестань. Как, рана не беспокоит? Нет. Я же говорю, на мне как на собаке заживает. Хорошо. Ты чего? Как ты мог так со мной поступить? Я 4 года думала, что ты мертв, а ты был жив и мне ничего не сказал. Прости, прости. Я не мог тебя. Это было опасно для тебя, но... 4 года назад я занимался перевозкой контрабанды. Почему ты мне ничего не сказал? Да потому что мне угрожали. Кто? Кунцев Вадим, сынок нашего мэра, он вовлек меня в криминал. А когда я захотел соскочить, он решил со мной расквитаться. Вадим не мог, он же полицейский. Да он не сам же. Нанял какого-то хмыря. Тот подкараулил меня на складе. Напал на меня с ножом. Начали драться. Но он на свой нож и напоролся. Ты его убил? Я защищался.
когда я понял, как я попал. Что Кунцев со своей мамашей засадят меня сейчас далеко и надолго. Ну, поэтому я поджег склад. Я не понимаю, но ведь твой отец опознал твое тело. Да батя все знал, мы с ним договорились. То есть ты ему сказал, а мне нет? Да я боялся за тебя. Да за себя ты боялся, за себя. Да как? Сейчас тебе повязку поменяю. Слушай, у вас красивый, миленький городок. Это да. Я теперь понимаю, почему ты сюда сбежал. В любви мне признался и сразу сбежал. Слушай, ты за Сашу замуж собиралась. Вышла в итоге? Вышла. Через год, правда, развелась. Но зато карьера в город пошла. А я вот уже как 3 года счастливо женат. Да ладно. Да. Поздравляю. Я смотрю, ты и на карьеру не жалуешься, конечно, с такой мамой. Да. Мне кажется, у вас тут много можно отелей построить. Давай начнем со старой бухты, а потом посмотрим. Тебе не холодно? Ну так, привык. По мне так ветрено. Может, пойдем в кафешку посидим? Вспомним наши старые добрые времена? Знаешь, мне над макетом надо поработать. Мама же за меня не нарисует его, правильно? Так что пойду. Но я рад был тебя видеть. Я тоже. До встречи. Здравствуйте. 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 О. Как быстро? А где Лида? На набережной остался. А почему ты ее оставил? Здравствуйте. Работать надо, макет отеля рисовать. Отмечен. Кому нужны твои рисунки, а? Любой проект — это в первую очередь личные связи. Если Лида будет довольна, то что? Она распишет инвестору все в ярких красках. И тогда наш проект пройдет на ура. И что ты делать предлагаешь? Толя, ты что, маленький, что ли? Ну, поразвлекай, чтобы она не скучала. Куда ты, я не знаю, на танцы ее своди. Мама, я архитектор, а не аниматор. Дурак ты, Толик. Не хочешь на танцы, отвези свой дом. Все-таки ты его проектировал, строил. Пусть она увидит, на что способен наш архитектор. Хорошо, я понял, мам. Ничего ты не понял. В кого ты такой? Ну, где ты был все это время? Скитался по всему побережью. Подрабатывал на рыболовецких шхунах. Паспорта-то у меня нет, поэтому платили мало. А сюда зачем ты приехал? За тобой. Поехали со мной за границу. Я нашел человека, который нам поможет. Он нас перевезет. Да, нелегально. Ваня, я замужем. Я не могу никуда ехать. Да, я знаю. Отец мне рассказывал. Я хотел приехать на свадьбу и украсть тебя из ЗАГСа. А чего ж не украл? Ты понимаешь, я же здесь в ловушке. Если узнают, что я живой, посадят за убийство. Толя! Толя, подожди секунду. Инга Петровна, что вы бегаете? Вам лежать надо, а если опять голова закружится? Да я потихоньку. Алик пошла в библиотеку. Заниматься. Я могу тебя попросить. Надо бы к нам домой съездить. Цветы полить. Да вообще без проблем. Давайте съезжу. Только пообещайте, что будете отдыхать. Спасибо. Ну так что, ты поедешь со мной? Я не могу. Почему? Ты меня забыла? Ну, конечно же, нет, Ванечка. Я все это время думала про тебя, вспоминала тебя. Только я думала, что ты мертвый. А ты живой оказался. Так вот он. Я живой, теплый. По-прежнему люблю тебя. Пришла болеть.
И вещи забрать кое-какие. Мама сказала, что ты в библиотеке? А я была в библиотеке, да. Потом сюда вернулась. Какие вещи? Давайте помогу. А, нет. Что такое? Чего-то я так соскучилась по тебе. Поехали домой. Поехали. Да. Привет. Я соскучилась. Ира. Ну что с тобой? Ты что, устал? Да. Да, я устал. Устал врать жене. Когда ты с ней уже разведешься? Ты мне весь год обещаешь. Ну все, не так просто. У нас ребенок. У нас тоже могут быть дети. Ир, нет. Нет. И, пожалуйста, застегнись. Значит так, Геша, ты меня бросаешь? После всего того, что между нами было, да? Ира, между нами был просто секс. Ах, просто. Знаешь что, Геша, ты еще об этом пожалеешь. Зови меня Герман Владимирович. Ваня, иди обедать. А ты чего не на работе-то? А я выходной взяла. Ух ты. Подогреть? Остыло? Не. И так сойдет. Черт, как же я соскучился по домашней еде. Ваня, я не могу. Я не могу так с Толиком. Он очень хороший. Подожди. Ты что, его любишь? Я не знаю. Не знаю. Вань, 4 года. 4 года. Он все это время был рядом со мной. Сделал все, что я хотела. Построил нам дом. Так ты с ним из-за бабок, что ли? Продалась, да? Пошел ты. Свитер тебе принесла. Наденешь. Извини. Можно тебя попросить кое о чем? И я уеду. О чем? Сходи, пожалуйста, в наш старый дом. Там парусник есть. Мы его с отцом вместе клеили. Принеси его мне. Это единственная память о нем. Хорошо, принесу. Мы с Алей решили, что наш дом должен быть не только красивым, но и функциональным. За основу был взят скандинавский стиль. Ну, ты всегда был самым талантливым на курсе. Да ладно тебе. Ну, серьезно, мне кажется, специальности-то, кроме тебя, так и никто и не работает. О. Ну, я с детства хотел быть архитектором. Кстати, послезавтра на берегу в ресторане будет большая вечеринка в честь Дня города. Так что приходи. Спасибо, конечно, но как-то неудобно. Я же кроме тебя там никого не знаю. Ну, там моя семья будет. Мама очень хотела, чтобы ты пришла. А ты? Я тоже. Ясно. Чего так тихо? Где твоя жена? На работе. А, жаль. Жарко. Может быть, ты угостишь стаканчиком воды?
Может быть, сок? Можно и сок. А что вы здесь делаете? Простите, а вы кто? Я? Лида, сок закончился. Инга Петровна. Да. Знакомьтесь, это Лида, мой деловой партнер. Лида, это Инга Петровна, моя теща. Деловой партнер, значит. А. Толя, Инга... Инга Петровна, видимо, что-то... Не так поняла. У меня просто голова закружилась, и я прилегла на кровать. Все. У меня таблетки есть от давления. Я могу поделиться. Нет, спасибо. Не стоит. Мне нужно уже бежать на другую деловую встречу. А таблетки я в аптеке по дороге куплю. Всего доброго. Толя, ты, пожалуйста, не забудь, что у нас завтра встреча в Старой Бухте. Привет, мам. Привет. Ты где была? На работе. На работе. Посиди со мной. Давай чаю выпьем. Аля, мне кажется, ты можешь потерять своего мужа, если ты не будешь проводить с ним больше времени. Ты о чем сейчас? Сегодня Толик привел в дом другую женщину. Красивую. Лидию. Я знаю, мне рассказывала. Они вместе работают. Угу. По-моему, она его обрабатывает. Лидия. Так вот, это Лидия. Она разделась чуть ли не догола. И завалилась прямо на вашу брачную кровать. Хорошо, что я вовремя подошла. А если бы я не подошла, неизвестно, что бы между ними было. Да ничего бы не было, мамочка. Я своему мужу доверяю. Если он сказал, что она его бизнес-партнер, значит, так оно и есть. Ты себе напридумывала чего-то? Аля, Аля, Аля. Помнишь, ты мне как-то рассказывала, что у Толика, как у тебя, была первая любовь? Звали ее, кажется, Лидия. Какое-то странное совпадение. Красиво получается. Тебе правда нравится? Да. Это я еще не закончил. Вот здесь бассейны будут. Завтра надо будет показать проект Лидии. Мы с ней едем в Старую Бухту. Кстати, хотела спросить тебя насчет этой Лидии. Это не твоя однокурсница, случайно? Ну да, это она. А почему ты мне не говорил ничего? Тебе не стоит меня к ней ревновать. У меня с ней чисто деловые отношения. Все личное давно в прошлом. Но люблю я только тебя. Угу. Видишь? Да. Ты мне доверяешь? Да. Ну, все. Так. Слушай, а можно я завтра с вами поеду? Доверяй, но проверяй. Да нет. У меня просто много связано с этим местом. Я хочу посмотреть на него, прежде чем его перестроят. Хорошо, завтра вместе поедем. Ты извини, мне закончить нужно. Да, конечно. Так. Вот это мне повезло. Все-таки у меня самая красивая жена на свете. Толик, давай не сегодня. Почему? У меня голова болит. И я устала. Хорошо. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Привет. Привет. Как ты? Нормально. Лида, познакомься, это моя жена Аля. Здравствуйте. Здравствуйте. Толик мне про вас много рассказывал. Да. Место красивое, не правда ли? Конечно. Кажется, даже лучше, чем на фотографиях. Ты, наверное, проект принес? Обижаешь. Уже первый набросок готов. Покажи. Ну, это просто, чтобы сориентироваться, в каком стиле дальше работать. Ох. Слушай, здорово. Листай дальше. Да, мне нравится. Подожди, мне это что-то напоминает. Твой дипломный проект «Дом мечты». «Дом солнца». Ничего себе, ты даже это помнишь. Да, тебя Кузнецов тогда так хвалил. Обалдеть. Да. Толик, я схожу в дом. Да. Посмотрю. Сейчас. Ох. Ключ? А здесь панорамные окна. Да, так смотри, здесь еще бассейн планируется. Я думаю, за 2 года точно справимся. Ну, постараемся. Угу. Толик, я могу это забрать? Конечно, Аля, можете. Дом будут все равно сносить. Толя, а как ты думаешь, а эти деревья можно будет здесь оставить? Конечно, я еще придумал план озеленения. Ладно, я вижу, вы заняты. Я поеду тогда. Держи. А куда ты поедешь, я тебя отвезу. Я на маршрутке доберусь, все нормально. Толя, Толя, нам еще нужно берег посмотреть, ага. Насчет пляжа. Аль, ты издеваешься? Сейчас закончу, довезу тебя. Какая маршрутка? Толик, работай. Все нормально. Ну что? Да. Что-то так, зябко. Ты как? Да я морозоустойчивый. Тебе везет. Давай накину. А то еще заболеешь, а нам работать вместе. Спасибо. Спасибо. Ты заботливый. Вот, держи. Спасибо. Это мое последнее воспоминание из детства. Вань, там в потайном отделении еще кое-что было. Завещание твоего отца на мое имя и письмо мне. Ничего себе, батя придумал. Да, он пишет о том, чтобы я продавала участок и деньги отдавала тебе, что ты жив и тебя нужно найти. Почему он мне все это раньше не сказал? Он, наверное, не хотел меня выдать. А тебя он всегда любил. Говорил, что ты честная и верная. Никогда не обманешь. Что будем делать теперь? А тебе не кажется, что это знак? Раз участок теперь наш, мы богаты. Можем уехать за границу и там хорошо жить. Вань, если я продам участок, то Толик потеряет свой проект. Ему мамочка новый в клювике принесет. Не говори так про Толика. Он всего добился сам. Он очень талантливый архитектор. Ну и хорошо. Значит, без работы не останется. Только в этом дело? Нет. Вань, у меня вся жизнь в этом городе. Учеба.
Я не могу просто так взять и все это бросить. Ясно. Прошла любовь, завяли помидоры. А я думал, судьба. Делай с участком все, что хочешь. А завтра я уеду, как и обещал. Ваня! Я тебя никогда не разлюблю. Где же наша Алечка? Спасибо, Инга Петровна. Все было очень вкусно. На здоровье. Кажется, Аля. Привет. Привет. Ужинаете. Молодцы. А я в библиотеке задержалась. Угу. Я заходил в библиотеку, тебя там не было. Ну, может быть, я выходила куда-то? Пойду поработаю. Конечно. Ты ужинать будешь? Нет, спасибо. Не хочу. Аля, а что у вас с Толиком происходит? Ты его обманываешь? Мам, не лезь, пожалуйста, в наши отношения. Это наше личное дело. Из-за тебя переживаю, неужели ты этого не понимаешь? И пока ты где-то пропадаешь, он ходит с другой. И эта другая строит ему глазки. Ну пусть строит. А мне-то что? Как? Как что? Ты вообще хочешь сохранить семью? Мам, я не знаю. Я не знаю. Я запуталась, понимаешь? Иногда мне кажется, что он вообще не моя судьба. Да при чем тут? Судьба, не судьба, вы семья. И он тебя любит. И если ты не возьмешь себя в руки, ты потеряешь его. Так может, оно и к лучшему, мам. Да ну тебя. Петр Ларин завещает все свое имущество вам. А это дом и участок в Старой Бухте. Да. Вам повезло. Это прекрасное место. Но мне нужно кое-что проверить. Действительно. Оригинал есть у нас в базе. Завещатель умер полгода назад. Вы можете прямо сейчас вступить в права наследования. Спасибо. Так, положил совет на колени. Он тебя попросил. Спасибо. Поздравляю, мам. Это твой день. Это день города. Но за день города. За нашего мэра. За вас. Без вас бы я не справилась. Толик сделает город красивее, Вадим спокойнее. Кстати, как все проходит? Нормально? В Багдаде все спокойно, мам. Ну, за нас. За день города. Эй! И за тебя. Привет, Алька, как дела? Привет. Воры больше через окно не залезали? Какие воры? А ты вообще со своей женой не общаешься? Она вызывала наряд полиции. Говорит, воры в доме какие-то. Аль? Мне показалось. Просто окно было открыто. Показалось. Просто показалось. В смысле показалось? А почему ты мне не сказала ничего? Почему никто не танцует? Аля, слушайте, а может быть, вы мне разрешите украсть вашего мужа на один танец? Ревнуешь? Нет. А должна? Знаешь, Алька, я тут подумал и решил, что семья – это все-таки самое важное. Я расстался с Иркой. Поздравляю. Спасибо. Ты тоже только береги. Все-таки любовники – это не навсегда. А вот семья… У меня нет никакого любовника. Извини. Эта москвичка все крутится вокруг нашего Толика. Ну и хорошо.
Это ускорит нашу сделку. Эх, жизнь, колесо. Сейчас к Ларине мы получим больше бабла, чем от всей их контрабанды. Тише, Вадик. Молчу, молчу. И хватит уже пить. Аля! Аль, подожди! Аля! Ты куда? Подальше отсюда! Что случилось-то? Ничего, просто хочу уйти. Так, Аль, давай сейчас успокоимся и вернемся назад. Это все-таки семейное мероприятие, а твое отсутствие вызовет вопросы. Да мне плевать! Я не обязана плясать под дудку твоей всемогущей семейки. Хорошо. Если тебе здесь так не нравится, ты пойдешь домой. Но завтра мы с тобой обязательно поговорим. Вот о ворах в доме твоей матери, о мифических библиотеках, да и вообще о твоем вранье. О моем вранье? Да. А со своей мамочкой и братом ты не хочешь об этом поговорить? Вот они-то уж точно знают толк во вранье и двуличии. Весь этот праздник сплошной фарс, организованный на деньги, ворованный на купленном посту. Ты с ума сошла, что ли? Как ты можешь такое говорить о моей семье? Откуда ты это вообще взяла? Да ты это все прекрасно знаешь. Ты просто глаза на это закрываешь, потому что мамочка подкидывает тебе проектики по блату. Да? Да. Знаешь, да иди куда хочешь. Толик, подожди, я не это хотела сказать. Ну ладно, я хотя бы знаю, что ты думаешь обо мне на самом деле. Что я бездарь, маменькин сынок, а сам ни на что не способен, да? Неправда, я думаю, что ты очень талантливый. Это Рита думает, что я очень талантливый. Только она хотя бы архитектурный в Москве закончила, а не пару курсов медицинского. Так что я, пожалуй, пойду, извини. Так, Ромочка, давай, одну ложечку. Не хочу. Что значит не хочу? Если такое слово ешь, надо. Давай. Ты ничего сегодня не ел. Не буду. Так, давай. За маму, за папу. Так, Оксан, он в туалет хочет. Ну ты что, не видишь? Конечно. Давай, давай, бегом. А почему ты молчишь, ты, Ром? Пойдем все, быстрее. Вперед. Ты чего? Ты чего сюда притащилась? Я тебе что, котенок, чтобы меня на помойку выкидывать? Сейчас все узнают, какая ты сволочь. Ира, ты пьяна, иди домой. Что здесь происходит? А, Герман, кто это? Это медсестра с работы. Я его любовница. Мы спим вместе уже год. Что? Любовница. Раиса Викторовна, она врет. Да это он врет. У меня есть доказательства. Раиса Викторовна, это... Вот. Дамочка, слушай меня внимательно. Сейчас ты поворачиваешься и идешь отсюда вон, пока тебя охрана не выставила. Завтра ты собираешь все свои шмотки и уезжаешь из этого города. Навсегда. Иначе я тебе такую жизнь устрою. Мало не покажется. Да вы чего? Это же он. Он вашей дочке изменял. Ты меня можешь, конечно, не послушать. Но тогда не удивляйся, если в твою смену из шкафчика исчезнут опиаты. Или еще что случится. Давай. Покажите девушке выход. Пойдемте. Да как вы можете? Девушка, Раиса Викторовна. Мама. Сотрешь все и вернешь ей телефон. Надеюсь, эта дура не оставила ничего на других носителях. Герман, если еще раз... Конечно. Я... Спасибо. Оксана ничего не должна знать. А мы вас потеряли. А мы нашлись. А мы нашлись. Пойдем есть мороженое. Кто любит мороженое? Клубничное. Ну, пойдем, пойдем. Герман, идешь? Да-да. Бабушка, а шоколадное есть? Thank you.
Да, Анжела, привет. Да, я звонила. Я хочу приехать, повидать Мирона. Как усыновляют? Когда? Ну да, конечно. Это правильно, мальчик должен находиться в семье. Где мой сын? Говори быстро. Ой, что-то у меня плохо голова кружится. Хватит прикидываться. Говори, где Мирон. Ты-то где был все эти годы? Где надо? Я тебя очень прошу, оставь Алю в покое. Ей сейчас хорошо. Это вы так решили? Где мой сын? В детском доме. Аля в курсе? Мы думали, ты погиб. Аля очень переживала. Ей не нужен был этот ребенок. Это Аля сдала ребенка в детский дом? Нет, Аля. Аля ничего не знает. Ей вкололи снотворное. Она считает, что Мирон погиб. Вы отдали родного внука в детский дом. Отняли у Али сына. И выдали ее замуж за этого сынка мэра. Я заботилась о своей дочери, а ты бросил ее. Я бы вернулся раньше, если бы знал, что меня здесь ждут. Да меня ждали! А вы... Вы все испортили. Машина сбила. Это моя мама. Мамочка. Девочка, отойдите, все будет в порядке. Она жива? Все в порядке. Отойдите. Отойдите, пожалуйста. Мам. Вы сейчас больше мешаете. А когда она проснется? Через несколько часов. Но потом ей снова вколют обезболивающее. А как прошла операция? Она будет ходить? Она будет бегать и танцевать. Ребра срастутся через несколько месяцев. Перелом ноги – это, конечно, серьезно. Но она же молодая женщина. Восстановится. Она же. Ну, больна. Могла потерять сознание и попасть под колеса. Вряд ли. Она на препаратах. Таких приступов уже не должно быть. Только если она не испытала какое-то сильное потрясение. Вы не ссорились? Мы не. Но я знаю, что могло ее сильно расстроить. Я скоро вернусь, мам. Ванечка, ты дома? Да. Привет. Твоя мать приходила. Что ты
ты и сказал. Ты лучше спроси, что она мне наговорила. Ты знаешь то, что она под машину попала? Вот здесь, на остановке рядом. Так ей надо. Ты что несешь? Это же мать моя. А ты в курсе, что наш сын жив? Нет. Мирон умер. А кто тебе об этом сказал? Мама. Так вот, она тебе соврала. Он жив. Этого не может быть. Откуда ты узнал? Она говорила об этом по телефону с какой-то Анжелой. Анжела — это... это подруга ее, они... Она акушеркой раньше работала, а сейчас нянечкой в детдоме каком-то. Во-во. Туда они его и сплавили. В детский дом. Все будет хорошо. Мы должны туда поехать. Я знаю, где это. Там часа два ехать на автобусе. Конечно, поедем. Анжела! Алечка! Девочка моя, какими судьбами? Я все знаю. Где мой сын? Аль, Инга, что все рассказала? Ей пришлось. Я хочу увидеть сына. Аль. Аль, прости. Это правда. Мама твоя попросила, сказать, так будет правильнее и лучше. Ведь отец же его погиб, а тебе тогда всего 18 стукнуло. Ты кто с тобой? А я отец Мирона. Все, хватит болтать. Поехали, я хочу увидеть пацана прямо сейчас. Собирайся. Настенька, я сейчас подойду. Хорошо. О, Вадим, а ты тут какими судьбами? Здорово. Да я приехал Ингу допросить. Мама все на лекарствах без сознания. Ну да. Сутки ты точно с ней еще не сможешь поговорить. Так что ждать тут тебе точно не имеет смысла. Мне так и сказали. А чего ты тогда тут делаешь? Да я с тобой приехал поговорить. Так, мужик с мужиком. Вадик, ты что, с ума сошел? Ты что делаешь? Я знаю про все твои шашни за спиной Оксаны. Марну все рассказал. Дай мне все объяснить. Не надо мне ничего объяснять. Запомни. За свою сестру я тебе голову оторву. Это Ирка все. Она сама ко мне в штаны полезла. Я люблю Оксану. Да, я виноват перед ней, но я больше никогда допусти эту руку. О, черт. Мне оперировать сегодня. Оператор. Надеюсь, ты никому не рассказывал. Оксана не должна ни о чем догадываться. В том числе персонала в курсе. Нет. Только Алька. Она подруга с Оксаной, все разболтает. Да, Алька ничего не скажет, у нее самой рыльца в пушку. У этой курицы. Да я тебе говорю, у нее мужик. Она прячет его дома у своей матери. Я молчу про мужика, она про Ирку. Мужик. Спасибо, Герыч. За руку прости. Где перерой? Значит так, я двоих провести не смогу. Решайте, кто из вас пойдет к нему. Что значит кто? Мы вместе пойдем. Вы что, посторонним сюда нельзя? Я же здесь нянечкой всего лишь работаю. Меня могут вообще уволить отсюда, а потом ребенка не увидите. Ванечка, можно я пойду, пожалуйста? Я умру, если не увижу его. Ладно, расскажи ему обо мне. Мы же его отсюда заберем, правда? Конечно. И у нас будет настоящая семья. Как и должно было быть, если бы не эти консулы. Ну, вы решили. Пойдем. Мирошечка, пойдем, пойдем. Будь сюда, садись. Аль, две минуты. Привет, смотри, какая у меня машинка.
очень красивая. Меня зовут Мирон, а тебя как зовут? Меня зовут Аля. И я твоя мама. А мне сказали, что моей мамой будет тетя Лена, а папой дядя Витя. Они возьмут меня к себе домой. Нет, Мирошечка. Я твоя настоящая мама, родная. Я тебя потеряла, а теперь нашла. Я тебя больше никогда не отдам. А ты возьмешь меня к себе домой? Конечно. Будем вместе жить у моря. Ты любишь море? Очень. Это тебе. Спасибо. А когда ты меня заберешь? Женщина, подождите, вы кто такая? Не кричите, пожалуйста, вы пугаете моего сына. Какого еще сына? Я мать Мирона, я хочу его забрать. Женщина, вы с ума сошли? Какая вы ему мать? Родная. Ребенку уже готовят к усыновлению, Анжела. Это ребенок из твоей группы? Из моей. Ну так забери его, чуть не увели с территории. Наташа, идите к детям. Пойдем. Ну что там? Родная мать, говорите? А где же вы были все эти годы, мамаша? Почему ни разу не навестили своего ребенка? Потому что Мирона у меня обманом отняли сразу после рождения. Я не знала, что он находится здесь. Вы серьезно думаете, что я вам поверю? У вас есть хоть какие-нибудь доказательства вашего материнства? Свидетельство о рождении, выписка из роддома? Нет, у меня нет ничего. Тогда и говорить не о чем. Подождите. Покиньте территорию. Я вам говорю, покиньте. Сделайте экспертизу, если хотите. Вы не имеете права мне отказать. Иначе я подам на вас в суд. Девушка, я сейчас полицию вызову. Вы вообще кем тут себя возомнили? Я невестка Раисы Кунцевой. Кого? Раисы Кунцевой. Я вам советую мне не отказывать. Вы все равно ничего не теряете. Хорошо. Я думаю, что мы сможем сделать анализ ДНК. Но он платный и стоит он очень дорого. Мне все равно. Куда нужно ехать? Никуда. Специалисты из лаборатории сами сюда приедут. Когда? Ну, вот сейчас я им позвоню и думаю, что сегодня это будет возможно. Хорошо, я буду ждать. Вы, самое главное, не волнуйтесь. Волнение тут не поможет. Извините. Привет. Да. Я только что узнал, как Инга Петровна. Все в порядке с твоей тещей, не волнуйся. Мы ее прооперировали, спит. Спасибо. А Аля? Она здесь? Ну, Аля была с мамой, потом убежала куда-то. Ты прости, мне дело тут. Конечно. Значит, самое главное – сейчас избежать физических нагрузок. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится... Я не знаю, может быть, мне это не помощь. Разрешите, товарищ подполковник? Заходи. По ДТП с участием вашей родственницы. В чем дело? Пришли результаты экспертизы водителя. Он чистый, как стеклышко. Алкоголя в крови не обнаружено. Может, она и правда сама под колеса кинулась? Не, ерунда какая-то. Что-то просто так, ни с того ни с сего бросилась под колеса. Не знаю, водитель клянется, что не видел ее. Темнеет чего-то этот водитель. Смотайте-ка в район, глянь камеры видеонаблюдения. Может, ДТП где-то засветилось? Есть, товарищ подполковник. Давай, свободен. Говорим, а? Замечательно. Хорошо. Тест будет готов. Через одну неделю. А? Хорошо. А побыстрее нельзя? Мы постараемся. Дело в том, что пока не придут результаты анализов, я не могу позволить вам общаться с Мироном. Но усыновителям вы его тоже не отдадите, да? Да, я предупрежу их о сложившейся ситуации и попрошу подождать, пока она не разрешится тем или иным образом. Хорошо. Но я уверяю вас, тест докажет родство. Посмотрим. Кстати, я до сих пор не понимаю, как вообще такое могло произойти. Кто украл у вас ребенка? Вы знаете этого человека? Да, знаю. А почему вы пришли к нам, а не обратились в полицию? Это же подсудное дело. Ну, я бы заявила, но этот человек уже умер. Его звали Петр Ларин. Он был дедом Мирона по отцу. Анжела, уведите мальчика в спальню. Мама, я хочу с тобой. Солнышко, подожди еще одну недельку, мы с тобой будем вместе. Пойдем, пойдем, Мирошечка, пойдем. Пойдем, дорогой.
вы хотите сказать, что родной дед отдал младенца в детдом? Я была в его доме, когда у меня отошли воды. И он сказал, что скорая все равно не успеет. Принимал роды сам и вколол мне снотворное. Когда я очнулась, он сказал мне, что мой сын уже умер. Все 4 года я именно так и думала. А как вы узнали, что именно Мирон ваш сын? Перед смертью Петр раскрыл мне правду. Кстати, вы назвали фамилию деда ребенка Ларин, а не Кунц. Скажите, а ваша свекровь, она вообще в курсе вот этой ситуации? Мне кажется, я сама разберусь со своей семьей. Конечно. Ну, тогда можете собирать документы на усыновление. Список я вам сейчас дам. Аля. Аль, ты здесь? Всего произошло, давай потом тебе расскажу. А я предпочел бы сейчас. Сейчас я не могу говорить. А не можешь, потому что, наверное, ты сейчас с тем мужиком, который ночует в доме твоей матери, да? Ну, отвечай! Он знает. Он знает, что в доме моей матери сегодня ночевал мужчина. Он может сказать Вадиму об этом сейчас, и тот устроит слежку, и... Черт. Тебе лучше не возвращаться, Вань. Ладно, перекантуй денег недельку. А потом что? А потом... Потом мы заберем с тобой Мирона, ты продашь участок, и мы уедем отсюда все вместе. А документы как, Вань? Аль, когда у нас появятся деньги, у нас будет и жилье, и документы. Я не знаю, но Мирон еще такой маленький. Да, у нас будет ребенок. И будет семья, как мы всегда и хотели. А мама моя как? Ей еще несколько месяцев нужно лечиться. Мы перевезем мы твою маму как-нибудь. В конце концов, там хорошая медицина. Я не знаю. Аль. Ну, что тут думать? Тебе все равно нельзя туда возвращаться. Ты думаешь, твои Кунцевы обрадуются, когда узнают о Мироне? Они тебя сосвету живут. И вообще, ты подумала, куда ты собираешься привезти сына? Нашего с тобой сына, между прочим. Смотрю, ты меня ждешь. Ну, вообще-то нет. Я Алю ждал. Загулял твой Аля. Мужик у него какой-то. А ты откуда знаешь? Работа у меня такая, все про всех знать. Давай наливай. И кто он, тоже знаешь? Да бандюган какой-то. Германов что был. Говорит, ранение в бок ножом. А? Зачем она? Ей чего-то не хватает? Да адреналина ей не хватает. Ты слишком хороший для нее. Тюфяк побратала. Таким вам плохиши нравится. Был у нее еще один до тебя, рыбачок. Ладно, не мешай нас, разберемся. Чувствуешь воздух такой, да? Да, слушай, вот это... Ой, успела. Вот это тебе, Альчика. Молоко, сметанка. Ты прости меня, девочка. Спасибо, что не выдала. Тетя Анжел, я не ради вас соврала, а для того, чтобы мою мать в тюрьму не посадили. И то не знаю, правильно ли я поступила. Инга, она же о тебе заботилась. Она как лучше хотела. Прости нас, девочка. Я попробую, но не обещаю. Постарайся, Альчика. Ну, мама, это святое. А мне же, ты же как дочка была же всю жизнь. Ты тут слезы не лила? Дело лучше помоги. А что нужно? Я все сделаю. Перекантоваться мне где-нибудь надо. Ты одна живешь? Да. У тебя останусь? Да, тетя Анжел, помоги нам, пожалуйста. О, хорошо, конечно. Конечно. Пока. Давай. Прости.
Подождите! Остановитесь. Ладно, да сейчас. Что встала? Иди давай. Пойдемте. Ой, явилась, не запылилась. Как там твой любовничек, уголовничек? В порядке? Вадим, ты иди лучше. Мы тут сами. Ладно, сами так сами. Бросаю это Ляну. Тебе лучше девку найдем. Он, Лида, отличный кадр. А тебе я допрошу с пристрастием. Ну, рассказывай. Я слушаю. Толь, у меня есть ребенок. Его зовут Мирон, ему 4 года. Что? А где он? Сейчас он в детском доме, но я его оттуда заберу. 4 года. Жена-то 3 с лишним. Ты что, родила сына, я ничего не знала об этом? Это ребенок того моего парня, Ивана. Просто после родов мне сказали, что он не выжил. Хорошо. Допустим, сын. Кого ты прятала в доме матери? Этого я тебе не могу сказать. Даже так? Толь, дай мне развод. Подожди. Это что, все получается? Ты что, меня не любишь больше? Все это время любила другого человека, не тебя. Понял. Понял. Я дурак, не верил в то, что про тебя говорили. Думал, ты честная, верная, идеальная жена, а да ты... я старалась быть тебе такой женой, Толя. Ты старалась? Да. Ты меня никогда не любила. Так а тебе что нужно-то от меня было? Семья моя, что? Дом, деньги, да что? Да не в этом дело. А в чем? Просто дай мне развод. Пожалуйста. Тебя здесь никто удерживать не будет. Иди куда хочешь. К нему иди. Чего ты сидишь-то? Давай иди. Хорошо. Некуда идти. Я уйду. Инвестор в диком восторге от дизайна. Как только мы получим разрешение на строительство, можем начинать. Раиса Викторовна, можно с вами поговорить? Аль, ты не видишь, я занята. Подожди в приемную. Это срочно. Лидия, прошу прощения. Видимо, вопрос не терпит отлагательства. Нет, нет, не нужно уходить, вас это тоже касается. Речь идет о старой бухте. Ничего не понимаю. Ерунда какая-то. Это завещание Петра Ларина. Участок теперь принадлежит мне. Так отлично. Зачем столько пафоса? Теперь это будет наше семейное дело. Мы все правильно оформим. Нет, Раиса Викторовна, не семейное. Мы с Толиком разводимся. Участок я буду продавать самостоятельно. Что? Так вот, значит, ты какая? Втерлась в нашу семью, всем пользовалась. А как деньги замаячили, самостоятельной стала, да? У меня изменились обстоятельства. Пошла вон, дрянь. Насколько я поняла, участок теперь ей принадлежит. Лидия, все будет хорошо. Соответственно, все вопросы я тоже должна решать с ней. Лидия, я все улажу, мы все обсудим. Раиса Викторовна, ничего личного. Лидия, ну... Аля! Аля! Подождите. Аля, вы намерены продать участок, да? Да, как можно быстрее. Мы заинтересованы в его покупке.
Правда, мне придется уладить кое-какие вопросы с моим работодателем в Москве. Вы же понимаете, что у Раисы здесь огромные связи, и без ее протекции мы просто не сможем построить отель. Но вы только не переживайте, я все улажу. Правда, понадобится время. А если вы купите участок, то проект остается за Толей? Да, разумеется. В таком случае я готова немного подождать. И даже уступлю вам в цене. Прекрасно, спасибо. Мы тогда с вами свяжемся. До свидания. Аля! Аля! А можно вопрос личного характера? А по какой причине вы разводитесь со своим мужем? А какая разница? Вам ведь нравится мой муж. Он теперь свободен. Может быть, у вас получится сделать его счастливым. Может быть. Привет, мам. Ну? И почему я обо всем узнаю последний? Потому что это наше с Алей личное дело. А, ваше личное дело. Но я твоя мать и должна знать, что происходит в твоей жизни. Немедленно отвечай, почему вы разводитесь. Такое ощущение, что я уж в суде. Не сошлись с характерами, так устроят? Нет, не устроят, конкретнее. Хорошо, конкретнее. У Али сын от Ивана Ларина. Мальчик сейчас в детдоме, она собирает документы, чтобы его забрать. Ну тогда хотя бы становится понятно, почему старый алкаш оставил ей участок. Вот тварь, а! Мама, она не тварь. Еще какая? Это ее вещи? Да. Приклеили змею на шее. Жила на всем готовеньком. В душу влезла. Она к нам с одной сумочкой приехала, а теперь два чемодана вещей. Ничего она не получит. Мам, успокойся, чего ты переживаешь из-за каких-то тряпок? Да причем тут тряпки? Она хочет продать участок и забрать деньги. А потом всем рассказывать, какие кунцевые идиоты? Меня еще никогда никто так не унижал. Пожалуйста, не кипятись, а. Оставь Алю в покое. Пусть забирает вещи и живет как хочет. Это мы еще посмотрим. На вот. Похлебай, пока горяченький. Я хочу сына увидеть. Так увидишь. Сейчас Альчика документы оформит, анализы из лаборатории придут и навидаетесь еще. Нет, ты меня не поняла. Я хочу его увидеть прямо сейчас, и ты меня к нему проведешь. Да как же сейчас-то? Директор вам запретил, видеться не положено. И у меня проблемы будут на работе. Да мне плевать на твои проблемы. Ты его туда поместила. Вот теперь и расхлебывай. Альберт Михайлович, можно попросить вас написать мне характеристику и выдать справку о доходах? Лев Михайлович, Зиновьеву переведите в 8-ю палату, пожалуйста. Хорошо. А что, увольняешься, что ли? Да. В частную клинику устроилась? Нет, я уезжаю. А институт? Бросаю. У меня все очень сложно в жизни, возникли обстоятельства, и я... Ольга Николаевна, загляните ко мне после обеда, пожалуйста. Хорошо. Ой, молодежь, вот вкладываешь вас, вкладываешь, учишь, учишь, а вы вот так легко все бросаете, обстоятельства. А людей кто лечить будет? Слушайте, уберите у Петухова утку в палате уже, в конце концов. Да-да-да. Ладно, скажу в отделе кадров, только еще неделю поработаешь, пока я тебе замену найду. Ну, скорее же, господи, боже мой! Бежим, бежим! Прошу. Алло, я сама. Да, Сергей Олегович, приветствую. Ну, конечно, в курсе. Спасибо, что проявили бдительность. Ну, конечно, счастливо. Да, спасибо. Старый хрыч. А чего там? Ничего, разворошили осиное гнездо. Мне теперь звонят из всех инстанций, куда эта гадина за справками ходила. С новым внуком поздравляют. Да оставьте ее в покое. Не забирай своего ребенка и сваливайте. Ты сначала отдаст нам участок Лариных. Она, конечно, дура, но не такая малохольная. Участок огромных денег стоит. Мы с ней уже расплатились, пока она в нашей семье жила. Ну, сделай что-нибудь, Вадик. Ну, придумай, надави как-то.
Ладно, есть у меня одна идея. Поехали. Даже не представляете, как мы выяснились. Ну что, Герман, как твои дела с Оксаной? Да все хорошо, Раиса Викторовна. Вот, в Италию едем на неделю. В отпуск. Вроде как второй медовый месяц. Отпуск – это хорошо. Только с долгами за границу не выпускают. Какими долгами? Перед нашей семьей. Мы ж с Вадимом закрыли глаза на твою измену Оксане. Теперь твой черед долги возвращать. Конечно, я согласен. Что нужно сделать? Алька хочет подставить нас. Вместо этого ты подставишь Алю. Вы хотите, чтобы я сделал что-то незаконное? Не бойся, мы тебя в беде не бросим. Только сделать это надо быстро, пока она из больницы не уволилась. Да я не буду в этом участвовать. А тебя никто не спрашивает. Сейчас возьму и сломаю тебе пальцы. И твоей карьере хирурга хана. Вадик, ты чего? Мы же родня. Это Оксана нам родня. А ты всего лишь муж. Причем не самый лучший. Отпусти его, Вадик. Герман все сделает. Правда, зятек? Да. Вот смотри, Мирошечка, это твой папа. Хочешь с ним познакомиться? Конечно, хочу. Только никому про это не рассказывай, ладно? Это будет наш с тобой маленький секретик. Договорились? Ладно. Беги, беги, беги. Ну, здорово, пират. Я не пират. А кто же ты? Я капитан. Мне мама корабль подарила. Ничего себе. Я тоже капитан. У меня тоже есть корабль. Только не игрушечный, а настоящий. Хочешь поплавать на нем со мной? Ух ты, классно. Конечно, хочу. Ну вот и отлично. Будем с тобой два капитана. Я скоро заберу тебя отсюда. Нет, меня мама заберет. Я ее жду. Так мы вместе заберем. Какая разница, я или она? Директор приехала. Мирошечка, нам пора. Пойдем. Куда собрался на ночь глядя? В больницу. Куда же еще? Сегодня же не твоя смена. Разве нет? Да, но у моего больного осложнения. Позвонили срочно. Как ее зовут? Кого? Женщину, к которой ты все время убегаешь. Оксана, дорогая, эту женщину зовут хирургическое отделение, которым я заведую. Но работа у меня такая. Люди болеют без расписания. Никакой график дежурства не указ. А давай-ка я позвоню в твое хирургическое отделение и выясню, что у вас там за пожар. Давай. Оксан, ты хочешь разрушить мой авторитет? Чтобы вся больница подняла меня на смех? Хорошо, давай. Только не забудь, что я все-таки заведующий отделением. Иди. Пока. Вань, привет. Привет. Я в ночную сегодня работаю. Приеду к вам только утром. Как Мироша, что Анжела говорит? Говорит, пацан счастлив. Всем уже раззвонил, что его настоящая мама заберет. А папе ни слова. Ну, потому что он тебя еще не видел. Вот встретитесь, он про папу всем уши прожужжит. Хотелось бы. Аль, я очень соскучилась. У меня там соседки в палате, плохо стало. Ваня, перезвони, меня в палату вызвали.
ты проси, я немного не в форме. Ты проходи. Толь, я пришла поддержать тебя. Я в курсе, что ты разводишься. И я понимаю, что это нелегко. Я сама когда-то это пережила. Спасибо. Да, непросто. Я, наверное, не вовремя. Все-таки пойду. Да не останься. Наоборот, спасибо, что ты пришла. Мне здесь одиноко. Да брось. Мне не посторонний же человек. Толя, я надеюсь, что из-за твоей жены... Бывшей жены. Хорошо. Твоей бывшей жены наш с тобой проект... Бывший проект. Нет, наш с тобой проект не пострадает. Это было бы просто несправедливо. Я в него всю душу вложил. Толя, ты такой замечательный. Такой перспективный. И я, если честно, понять не могу, как она могла от тебя уйти. Такой привлекательный. Такой способный. Толь. Толь. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Доброе. Ну что, как ночь прошла? Все тихо, мирно? Да, спокойно, без происшествий. Вот и хорошо. Ой. Ну что, тебе кофеечек сварить? Нет, спасибо. Я побегу. Список назначений на столе. Хорошо, разберусь. Здравствуйте. Доброе. Кунцева, стой! Что такое? Главврачу зайди, срочно. А что случилось-то? Я-то откуда могу знать? Оксаночка, ты что, улики ищешь? Как успехи? Да нет, я просто хотела повесить пиджак в шкаф. И оттуда выпала коробочка. А что еще оттуда может выпасть? Я же врач. Лекарство в моем кармане — нормальное явление. Ну да. А что это за препарат такой? Он от чего? Дорогая, не забивай свою хорошенькую головку нашими медицинскими глупостями. Ромик в садике? Ну да. Значит, мы одни. Альберт Михайлович, я ничего не брала. Клянусь. Объясни мне тогда, куда подевался фармазин для Супонина? Я не знаю. Он лежал в процедурном кабинете, в шкафчике. А теперь его нет. Кунцева, ключ от процедурного хранится у дежурной медсестры. Эту ночь дежурила ты. Значит, ты и только ты отвечаешь за сохранность всех препаратов. Это какая-то ошибка. Ну, давайте я выплачу стоимость лекарства. О, Господи, выплатит она. Да ты знаешь, что мы консилиум собирали, чтобы этот препарат из Израиля для Супонина выписать. Его в России не достать. И стоит он, как твоя годовая зарплата. Да. Ладно, Кунцева, пусть дальше с тобой полиция разбирается. Кунцева, пойдемте со мной. Альберт Михайлович, зачем полиция? Я ничего не брала. Ну, пусть они ищут того, кто брал. Завтрак приготовить? Угу.
Есть какие-нибудь предпочтения? Да я особо не прихотлив. Дай мне, пожалуйста, твою рубашку. Или мне так пройтись? Пожалуйста. Приятно. Я что-нибудь приготовлю вкусненькое. Уверена, тебе понравится. Ты только меня здесь жди и никуда не уходи. Угу. Черт. С этим разберусь сама. Остальные вопросы решаем в рабочем порядке. Угу, угу. Галина Ивановна, документы прошу третий день. Да, конечно, все сделаю, не волнуйтесь. Хорошо, извините, у меня дела. Угу. Всего доброго. Да. Привет, мамуль. Так, здравствуйте. Лида, Толик. Вопрос о строительстве в старой бухте практически решен. Все наши договоренности остаются в силе. Спасибо, Раиса Викторовна. Я знала, что вы не подведете. Ладно, я пойду. Дела. Мам, подожди, а как же Аля? А с Алей вам нужно ускорить процедуру развода. Я помогу. А что-то случилось? Случилось. Твоя пока еще жена задержана за кражу препаратов в больнице. В смысле? Что за бред? Какая кража, Аля, не воровка? Толя, мы все ошибались на ее счет. Ну что, воровка допрыгалась. Теперь тебе светит 5 лет колонии. Ребенок твой вырастет в другой семье, если, конечно, его усыновят. Но я ничего не украла. Я вот думаю, что написать в протоколе? Украла препарат или совершила преступную халатность? Как думаешь? А какая разница? Разница огромная. Разные статьи, разные последствия. В одном случае ты отправляешься за решетку на многие годы, а в другом выходишь на свободу с чистой совестью. Усыновляешь своего подкидыша и живешь, как знаешь. И от чего зависит твое решение? От тебя, сноха. Перепиши землю на мою мать. Я закрою глаза на кражу. Это ты меня подставил. Я не знаю, как ты это сделал, но кражу подстроил ты. За такие слова ты прямо сейчас отправишься у меня в КПЗ. Семенов! Увести задержанную! Угу. Не надо. Семенов, отбой. Есть. Я подпишу дарственную на твою мать. Но ты оставишь меня и моего сына в покое. Молодец. Умничка. Хорошая девочка. Схватываешь на лету. Вот и с нами хорошо. И мы с тобой также. Ладно, езжай домой, отдохни. Наш Юрий свяжется с тобой. Удачи! Боже, как болит все. Вздохнуть не могу. У тебя сломано несколько ребер, мам. Дай мне воды. Зачем ты отдала моего ребенка в детский дом? Отец твой умер, когда тебе 2 годика был. Я воспитывала тебя одна. Я знаю, что это такое. Не хотела, чтобы у тебя было столько проблем. Ребенок, это не проблема, мама. Это сын мой, которого ты у меня отняла. Оля, я знаю, что я перед тобой виновата. Извини меня. Я не знаю, как это исправить. Я заберу Мирона из детского дома. А потом мы с Иваном уедем. Выбирай, либо ты остаешься здесь, либо едешь с нами. Иван не против, чтобы ты ехала. Нельзя, Иван, с Иваном нельзя. Это еще почему? Потому что он убийца. Мам, ты понятия не имеешь, что произошло тогда на складе. Я не об этом. Это он. Он толкнул меня под машину. Хватит врать. Он тебе никогда не нравился, но вот это уже слишком. Аля, 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 доченька, Аля!
Товарищ подполковник, разрешите? Давай, заходи. Передали записи камеры с магазина недалеко от места ДТП. Будете смотреть? Давай. Разрешите идти? Да, иди. Сказали, что ты здесь. Я про кражу узнала, не верю, что это ты. Да ты что? А я думала, вся ваша семейка меня уже ненавидит. Слушай, это неправда. Да, может, мама и брат, они, конечно, не идеальные, но, в общем-то, они хорошие люди. Эти хорошие люди заставили меня отдать им участок. Юрист уже документы готовит. Чего? Твой брат подстроил кражу, чтобы надавить на меня. Уверена, что и мать твоя к этому руку приложила. Мама и брат, они никакие там бандиты. Они бы так никогда не сделали. Думай, что хочешь. Это твоя семья. А семью не выбирают. Да. Ты хочешь знать, кого прятала твоя женушка в доме тещи? Слушай, Вадим, я сейчас занят, тем более какая уже разница? Это Ларин. Тот рыбак, с которым она 4 года назад роман крутила. От которого залетела. Так он же умер. Он живее всех живых. Я не знаю, где она сейчас, но как только появится, задержи ее. Ларин убийца. Она должна помочь мне его найти. Хорошо, задержу. Аля! Ась, подожди! Привет, Ванечка. Привет. А где Анжела? На работу ушла. Я целый день дома один кукол. Аля, отойди от него. Что тебе надо? Иди сюда. Уходи. Свали отсюда. Ты всегда притащила этого Кунцева. Он же меня сдаст. Я не видела, что он за мной ехал. Прости. Толик, уходи. Аль, послушай меня, пожалуйста. Я не знаю, что он тебе наговорил, но все это ложь. У меня видео. Это он твою маму под машину толкнул. Ваня. Что, Ваня? Что, Ваня? Она моего сына в детдом сдала. Надо было ее посильнее толкнуть, чтобы уж наверняка. Ты рот закрой, сядь в машину.
Подожди. Аля, иди в машину, пожалуйста. Подожди. Ваня, ты же не такой. Ты же мне говорил, что у нас семья, что ты ко мне приехал. Да сдалась ты мне. Я задолжал денег очень серьезным людям. Третий месяц на процентах стою, вот. Ножом пырнули. В следующий раз они бы не промахнулись. Так ты знал, да? Ты знал про завещание, и ты не ко мне приехал, а участок продавать. Это мы с отцом классно придумали, да? Мы подумали, что ты девка не жадная, на бабки не позаришься. А другого способа передать участок мне не было. Я ж трупом числюсь. Ты ублюдок, а? А ты вообще заткнись. Ты все детство как сыр в масле катался. А мне свой кусок зубами приходилось выгрызать. Не получишь ты наследство. Ни капельки. Я все передала Кунцеву. А ты в тюрьму пойдешь. Я звоню в полицию. Это мы еще посмотрим, кто туда пойдет. Я руки от него брал. Торик! Уйди! Толик! Ты как? Толик! Надо звонить в полицию. Я позвоню. Черт. Алло, Вадик. Ларин свалил. Как свалил? Как? Машину мою забрал. Ну ты что, его не задержал, что ли? Слушай, я пытался. Тюфяк ты. Все, ладно, я понял. Так, ко мне сюда. Значит, объявляем в розыск автомобиль моего брата. Добрый день, это вас беспокоит директор детского дома. Я хочу вам сообщить, что пришли результаты ДНК-теста, и поздравляю, ваше материнство подтвердилось, да? Теперь вы можете свободно общаться с Мироном. Спасибо, спасибо вам большое. Я сейчас же к нему приеду. Да, подъезжайте. Спасибо. Ну, а чего, я обратно. Толик, я не поеду домой, мне нужно в другое место. А куда, если не секрет? В детский дом. Мне нужно увидеться с Мироном. Ну хорошо, а ты не против, если я с тобой поеду? Зачем? Как зачем? Может, я хочу познакомиться с Мироном? Правда? Правда? Хорошо. Ну что, мы едем? Поехали. Здесь недалеко. Давай. Мирошечка, смотри, кто к тебе пришел. Ну что за пожар такой? А ну хоть бы позвонил, предупредил, что приедешь. 5 минут хватит? Хватит. Ну что было на обед? Макароны по-флотски и компот. Макароны по-флотски? Еда настоящих моряков. Все съел? Да. Тогда, значит, ты готов выйти в море. Помнишь, я обещал, что мы с тобой поплывем на корабле? Тогда поехали. А мама? А мама нас уже ждет. Скоро ты ее увидишь. Вон, видишь, машинка? Беги туда, давай. Да это что ж такое творится? Мирон, вернись! Да ты что? Рот закрой. Корова. Сядь, отдохни. Мы еще не приехали. Давай, давай. А зачем тогда выходить? А ты видел впереди на машинке, да, сигналили фарами? Ты знаешь, что это означает? Нет. Что? Это означает, что впереди в кустах засада. Какая засада? Пиратская. Так, давай пойдем с тобой быстрее, пока нас пираты не поймали. Отец, до остановки с сынишкой подбросишь? Да, поехали. Анжела, ты как?
Сейчас полегче. Что у нее с давлением? Все нормально. Анжела! Нормально. Сюда нельзя. Пропустите! Пропустите их! Хорошо. Что случилось? Мирошечка. Аля, Мирошечка. Что с моим сыном? Мирона похитили. Как это? Ивана, это Иван. Анжела, он прилетел сюда, он меня чуть не прибил. Он забрал Алечка, он мальчика забрал. Так, а что полиция? Они ищут, объявили план перехвата, или как это у них там называется правильно, я не знаю. Господи, это какой-то бесконечный просто кошмар. Ну зачем ему понадобился ребенок? Я рядом, я тебя не оставлю. Мы все решим. Я думаю, Ивану не нужен Мирон, ему просто нужны деньги. Где Иван? Он мне звонит. Ответь. Спроси, что хочет. Слушай меня внимательно. Я два раза повторять не буду. Если снова хочешь увидеть Мирона, соберешь мне 5 миллионов рублей. У меня нет таких денег. Меня это не волнует. Ты кинула меня с участком. Попроси у своих любимых Кунцевых. Лучше верни его по-хорошему. Вас уже ищет полиция. Так, на сбор денег я даю тебе ровно неделю. Если о передаче узнают менты, парниша хана. Поняла? Как ты можешь такое говорить? Ну, это же твой сын. Я надеюсь, ты меня услышала. Где мы возьмем 5 миллионов? Это же огромные деньги. Аль, мы что-нибудь придумаем. Слышишь? Мы вернем твоего сына, я тебе обещаю. Никого нет. Конечно нет, он же не дурак. Его и автомобиль объявили в розыск. Поэтому он его здесь оставил. Теперь он наверняка поймал попутку. Его с ребенком подобрать мог кто угодно. Перещи ветра в поле, черт! С ребенком передвигаться сложно. Ребята уже обыскивают все вокзалы и автостанции. Плохо обыскивают. Мне нужен результат. Товарищ подполковник, как только что-то появится, я сразу... Все, все, давай, иди. Есть. Я клятвенно обещала Петру Ивановичу решить эту проблему. Свяжитесь со смежниками. Давайте работать, в конце концов. Не волнуйся. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мам, у тебя есть минутка? Ну вот есть только минутка-то и есть. Ты же видишь, я занята. Будьте добры. Наталья Ивановна, позвоните Марине Семеновне, пусть она этим займется. А, хорошо. Извините. Ну что, явилась? Раиса Викторовна, у нас было много разногласий, но произошло кое-что страшное. Я в курсе похищения ребенка из детдома. Полиция контролирует этот вопрос. Мам, да оставьте этот протокольный стиль. У Али сына украли. Ну, у Али украли-то тут при чем? Вы же разводитесь. Притом. Я же говорила, ничего не выйдет. Аль, подожди меня на улице. Вообще-то она тебе бесплатно участок отдала, а он стоит больше 5 миллионов. Она этим участком откупилась от тюремного срока. Угу. Она воровка! Связалась с уголовником! И вообще, Толя, держись от нее подальше. Речь идет о чести и достоинстве нашей семьи. Речь идет о жизни маленького мальчика, мам. Я вообще думаю, это не она препараты украла в больнице. Это вы ее подставили. Толя! Анатолий! Аль, подожди. Куда ты? Искать деньги. Я не знаю. Я могу выставить на продажу нашу с мамой квартиру, но кто ее купит за неделю? Потом это всего лишь миллион. Угу. Так, смотри. Я возьму кредит в банке. С моей фамилией мне точно все быстро оформят. Кредит? А возвращать чем? А ты уже подписал документы на передачу участка в аренду? Нет, а что? Так отлично. Ты сможешь продать участок за нормальные деньги, если мы докажем, что это не ты украла препараты. Так, только надо понять, кто это сделал. Ты помнишь, кто работал тогда с тобой ночью? Ну, дежурный врач, но у нее не было ключа от процедурной, и вообще она была на другом этаже. Может, Герман что-то знает? Ладно, поехали домой, там все обсудим. Толь, я думаю, мне не стоит ехать домой. Почему? Мы же разводимся. Слушай, сегодня мы точно не успеем развестись, дел много. О разводе подумаем завтра. Правильно? Не переживай, мы найдем деньги.
как всегда, вкусно пахнет. Мне кажется, плохо получилось. Не могу ни о чем думать. Ну, у меня тоже салат не как в ресторане, зато по-домашнему. Я хлеб принесу. Пиццу заказывали? Привет. Привет. О, я думала, ты тут страдаешь, голодаешь. Привезла поесть новоиспеченному холостяку, а ты меня ждешь. Вообще-то нет. Поняла, видимо, я не вовремя. Нет, это я не вовремя. Толик, я переночую у мамы. Аль, подожди. Аля. Толя, это я, видимо, что-то не так поняла. Просто ты говорил, что вы разводитесь. Вы помирились? Нет. С разводом все решено. Просто сын Али в беду попал. Я хотел помочь. Но это ведь сын Али не твой? Нет. Тогда пусть отец ребенка ей помогает. Вкусно пахнет. Ты готовил? Аля. Аля. А я, между прочим, пиццу привезла очень вкусно из хорошего ресторана. Давай поедим. Послушай, нет. Нет, Толя, это ты меня послушай. Ты что, не понимаешь, что она тобой пользуется, а? Она же бросила тебя, она же тебя кинула. Она хотела присвоить участок. Ты что, это забыл, Толь? Толь, ты, конечно, очень хороший, но я думаю, что не стоит взваливать на себя ее проблемы. У нее своя жизнь, у тебя своя жизнь. И это она сама так решила. Лид, потом поговорим. Давай, как закончится, я тебе позвоню. Хорошо? Смотри, какая вкуснотища получается. Ты готовил когда-нибудь рыбу на костре? Тогда смотри и учись. Жаришь вначале с одной стороны, потом с другой. Вон, видишь, как получается? На, держи, сам пожарь. Не люблю рыбу, там кости. Так, не капризничай. Другой еды у нас все равно нет. Не буду есть рыбу. Тогда пойдешь спать голодным. Хочу к маме. Где она? Ты обещал. Я ее увижу. Хорошо. Давай так. Ты поешь рыбу, а я потом отведу тебя к маме. Договорились? Честно? А то. Давай лопай, без разговоров. Вкусно? Хороший, давай беги к папе быстрее. Здорово. Привет. Привет, бандит. Привет. Привет. Пап, ну пойдем играть. Прости, пожалуйста, что я так тебя и не проведала после того, как у вас с Алей все разладилось. Да. И меня просто совесть мучает, как будто я телефонным звонком отделалась и все. Не переживай, все хорошо. Да? Пойдем на кухню. А я Але звоню, она трубку не берет. Пойдем. Я не знаю, может быть, она не хочет общаться со мной из-за того, что вы разводитесь. Да нет, у нее сейчас нет времени на разговор. Куча проблем навалилась. Я чего приехал, Гер? Я спросить хотел о краже в больнице ночью 2 числа. Там Аля обвиняют в воровстве, а я не верю, что это она. Ты же в больнице всех знаешь. Может, кто-то из сотрудников ее подставил? Слушай, в ту ночь не моя смена была. Меня там вообще не было, а с кем Аля дежурила, я, честно говоря, не знаю. Прости. А, подожди, подожди, пожалуйста, какого числа? 2-го. 2-го. А тебя же вызывали ночью в больницу, а? Точно. Но я в хирургию не заходил, я в реанимации был. Ну-ка, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Скажи, пожалуйста, а что украли? Дорогостоящий препарат для одного больного, Формазин. Формазин? Да, Формазин, а что? Да нет, ничего, просто спросила.
кафе собирались мы. Пойдешь с нами? Не, я уж поеду сейчас. В следующий раз. Счастливо. Ага. Пока. Пап, давай еще. Привет. Оля, доченька пришла все-таки. Да, не оставлю же я тебя одну в больнице, мам. Ты не думай, я навещала его, фрукты привозила, конфеты привозила, подарки. Мам, Иван забрал ребенка. Как? Куда забрал? Он требует за него выкуп. Огромные деньги. В общем, ты была права насчет Ивана. Где же мы теперь деньги-то возьмем? Я думала, может, продать нашу квартиру. Но этого все равно не хватит. Вся надежда только на Толика. Он помогает тебе? Представляешь, да. Я думала, он со мной вообще общаться не захочет после всего, что я натворила. Но он оказался настоящим мужчиной. Я не знаю, почему я раньше этого не ценила. Вот, что имеем, не храним. Ты прости меня за Мирона. Сейчас самое главное, чтобы он вернулся. У тебя руки холодные. Ты что, замерз, что ли? Нет. Ромочка, сходи, с детишками поиграй. Как тебя зовут? Это ты Сережа. Украл формазин? Я Рома. Оксан, ты что, зачем? Ну вот и ответь мне, зачем. Я же нашла упаковку у тебя в кармане. Зачем ты украл препарат из больницы? Меня заставили. Твои родственники. Ага. Кто? Мама? Мама и Вадим. А что ты на меня так смотришь? А зачем им формазин? Да им плевать на препарат. Им Алю надо было подставить. Она им где-то перешла дорогу. Аля тоже та еще штучка. Толику изменяла, врала. Ты подожди, пожалуйста, скажи, а при чем здесь Аля? Ты на это зачем пошел? Какая? Ты уважаемый хирург, приличный человек. Какая разница? Согласился и все. Ну хорошо, я сейчас маме позвоню. И все узнаю, да? Подожди, подожди, подожди. Не надо звонить маме. Я совершил ужасную ошибку. Ужасную ошибку, Оксан. Они об этом узнали и заставили меня. Какую ошибку? Я изменил тебе. Один раз. По пьяни. Я сам не знаю, как это произошло, и ты не должна была об этом узнать. Ты трус. Ты трус и подлец. А как ты теперь будешь сыну в глаза смотреть после этого? Оксан. Ну-ка, давай, давай. Оксана. Рома. Рома. Оксан. Так, давай, быстро. Ну? Пойдем, зайки, домой. Оксан. Пойдем, мой хороший, пойдем. Ну, прости давай, меня. Давай. Ну, что я должен пойдем. Сделать, чтобы все исправить? Давай. Пап, ты с нами? Ну. Я с вами, кидайте меня. Измену как-то могла бы еще пережить? А вот подлость никогда. И что мне теперь делать? Для начала признайся в том, что ты натворил. Пойдем. Мам, мы куда? Я хочу еще поиграть. Ей получше. Хорошо. Нам нужен постельный режим. А, о. Герман Владимирович, у вас же выходной сегодня. Аль, прости меня. Это я забрал формазин из процедурной. Твоя мать и твой брат шантажировали меня. Угрожали. И я не смог им отказать. Я догадывался. Я сейчас иду к главврачу. Я все исправлю. Надеюсь, еще не поздно. Что это? Это формазин для Супонина. Я взял препарат и забыл его вернуть. Я прошу прощения за халатность. Получилось.
А что же молчали, когда ее арестовывали? Я очень виноват. Виноват. Как мне это все надоело. Пишите заявление посольству. Но, Альберт Михайлович, как же вы без меня? Не знаю. Хирург вы хороший, но память у вас ненадежная. Мне такие в больнице не нужны. Вдруг вы в пациенте скальпель забудете. Пишите, пишите. Ты ничего не хочешь сказать? Ты о чем? Я знаю, что ты Алю подставил. Мне Герман признался. Тихо, тихо, братиш. Ты чего так орешь-то? Я при исполнении. Я хочу, чтобы ты закрыл уголовное дело против Али. И никакой передачи участка не будет, понял? Ты против семьи решил пойти? Из-за какой-то девки, которая врет тебе все время, стрекороба? Да, да, она мне, может, не сказала всей правды, но зато зла никакого не делала, в отличие от тебя. Я как бы дал тебя. Так давай бей! Давай! Ты же только силы проблемы решать умеешь, да? Да поздно уже тебя бить. В детстве надо было. Значит, Герман, тебе все рассказал. Ну что за семья? Один трус, второй Робин Гуд. Просто закрой дело о краже. Тем более, кражи никакой не было. Ладно, я закрою дело. Товарищ начальник. Ромочка, ешь мороженое? Вкусненько? Ну вот, что ты за человек у меня такой? Скажи, пожалуйста. Возьми салфеточку и вытирай рот. Папа, папа! Привет. А я тут мимо проходил. Смотрю, вы. Да и думаю, зайду. Можно я присоединюсь? Да, пожалуйста, конечно. Я был у главврача. В общем, теперь я стал безработным. Но зато ты остался человеком. А это намного сложнее, чем найти новую работу. Значит, ты сможешь меня простить? Я не знаю. Если у меня есть хоть малейший шанс, я все сделаю, чтобы сохранить нашу семью. Что, тебе дали кредит? Да, правда, только 4 миллиона получилось. Даже фамилия моя не помогла. Понятно. Ну, где мы будем брать остальное? Аль, ты не волнуйся, я сейчас постараюсь еще у кого-нибудь занять. Слышишь? Да. Толя, я хотела у тебя спросить. Зачем ты все это делаешь? Аль, твой ребенок в опасности. И помочь ему некому. Да тем более мы с тобой друг другу не чужие люди. Спасибо тебе. Спасибо большое. Привет. Привет. Это мы? Не помешали? Сестренка, тебя-то я всегда рад видеть. А вот этого предателя в своем доме не хотелось бы. А мы пришли извиниться. А-а, так он же уже извинялся. И все же, прости меня. Ну, вот и молодец. Почему ты мне не звонишь? Ты меня совсем забыла. Да, я думала, ты со мной разговаривать не захочешь после всего. Глупости какие, мы же подружки. Ну, как ты? Нам не хватает 1 миллиона рублей. Оплатить уже завтра нужно. Герман? Да-да, конечно. Мы поможем. У нас же есть сбережения. Спасибо. Спасибо огромное, я все верну. Я продам квартиру и я продам главное, все. Чтобы мальчик не пострадал. Спасибо.
Это Иван. Да, я нашла 5 миллионов, как ты и просил. Отлично. Значит, встретимся завтра на берегу. В полдень. Помнишь мыс, где мы с тобой гуляли? Да. Вот, встретимся там. Добраться туда можно на лодке. Поэтому найдешь ее. И не дай бог за тобой будет хвост. Ты больше никогда не увидишь сына. Все, до завтра. Подожди. Дай мне с ним поговорить. На пару слов. Он спит. Завтра наговоришься. Я должна убедиться, что он жив. Пожалуйста. У тебя минута. Иди сюда. Вылезай. На, это мама, поговори с ней. Алло, мама? Миленький мой, здравствуй. Как ты? Тебя не обижали? Я хочу к тебе. Солнышко, я скоро тебя заберу. Слышишь? Ты можешь мне сказать, где ты сейчас находишься? На пляж. Так, дай сюда. Дай, дай, я хочу поговорить с мамой. Замолчи, ты меня достал. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Так. Иди и сиди там. Достал. Ну, пора и чей знать. А ты что, правда сейчас собираешься домой ехать? Ну, наверное, да. Так, а может, не стоит? Нам пора. Спасибо вам, ребят, за то, что... Брось, спасибо. Деньги – дело наживное. Удачи вам. Пока, Оксанчик. Угу. Пока. Пока. Я тоже поеду тогда. Да, может, правда останешься? Завтра день трудный, а тебе не стоит одной находиться. Я вон в гостиной прилягу. Здравствуй, Аля. Здравствуй, Лида. Не переживай, я на минутку заскочила. Я уже ухожу. До свидания. До завтра. Лида, ты зачем пришла? Мы же договорились, что я сам тебе позвоню. А я соскучилась очень. Слушай, у меня день завтра важный. Мне отдохнуть нужно. Ну и прекрасно. Тебя нужно расслабить. Пойдем. Пойдем. Слушай, я вот думал о нас. Что? Спросить хотел. Ну? Ты же в институте на меня даже не смотрел. Чего изменилось-то? Слушай, ну ты же таким тихоней был. Стишки мне все писал. Я думала, ты какой-то обычный паренек из провинции. Пойдем. А если б я тусовался и на каждом углу кричал, что у меня мама мэр, ты меня раньше полюбила. Нет, я не это хотела сказать. Ну что ты злишься? Пойдем, я тебе массаж сделаю. Пошли. Да не надо. Что ты? Той ночью ты был очень страстным. Той ночью я был очень пьян. Не мог мыслить ясно. Это все из-за Али? Ты хочешь к ней вернуться? Неважно. Просто это не та девушка, которая мне нужна. У тебя есть 30 секунд, чтобы вернуть свои слова обратно. Лид, я не люблю тебя и вряд ли смогу полюбить. Прости. Придурок, козел. Как был тификом, так и мы остался. Непромокаемый. Так что, если воду уронишь, не страшно. Скорее всего, это уже кончилось. Да все, будет хорошо. Обратно вернешься с Мироном. Народ, кормила вас. Ехать надо. Толик, ты зачем ему-то сказал? В смысле, зачем сказал? Я начальник полиции. Мои люди уже неделю. На ушах стоят, ищут его ребенка. Вадим нам поможет. После передачи денег они захватят Ивана. Катер морской полиции наготове. Ждет моего сигнала. Только мне очень страшно. А я не волнуйся. Мы спрячемся, проследим за тобой. Сначала отдашь деньги, заберешь Мирона и вернешься сюда. А там уже дальше будет действовать полиция. Поняла? Да. С Богом.
справишься? Да. Были учителя в свое время. Нам тоже пора, лодка ждет. Вот твоя мама, а ты Нел Нытик. Мама, мама! Молчи, а то сейчас за борт выкину. Деньги давай. Деньги? А ты хоть раз сказал мне правду? О чем? Никто на тебя не покушался 4 года назад. Ты просто кинул меня беременную, побоялся жениться. Все не так было. Неужели? Ну-ка расскажи мне. Ты действительно хочешь сейчас поговорить об этом? Да. Ну, слушай. Зря ты это, сынок, зря. Бать. Ты брал ты эти золотые цацки или нет? Быстро говори, пока я тебе башку не открутил! Бать. Что, батя, отвечай! Ну, у меня они. Идиот, зачем? Да заколебался я на этого мента батрачить. За гроши. В отказ ушел. А Сысоев сам дурак. Налокался и начал про эти дела с контрабандистами рассказывать. А я сразу понял, что к чему. Подкарауливал на пляже и вырубил. А золотишко себе забрал. Ну, герой, теперь этот ментер у нас живьем сожрет. Не сожрет, бать. Я Алю заберу, и мы уедем далеко. Я уже искупщика нашел. Пойдем со мной вечером на склад. Подстрахуешь. Что-то мне одному стрёмно. Все должно было пройти гладко. Но мой кореш Кривой прознал про золотишко и решил кинуть меня. Ты скупщик от Кривого? Ну и я. Показывай товар. Бабки покажи. Ха, сначала золотишко. Хрен тебе. Бабки показывай. Спокуха. У меня все чисто. Подставы не будет. Порежу к чертям собачьим. Батя! Дохлый. Так и знал, что тебя дурака кинут. Так, значит так, раздевайся. Зачем? Поменяешься с ним одеждой. Паспорт ему в карман и дуй за бензином. Зачем? Ты чего, дурак? Тебя на 10 лет за убийство посадят. А так забрехаешь, что это ты на складе сгорел. Давай. Подожди. А как же Аля? У нас ребенок скоро родится. Другую найдешь. Я свою отмотал, а тебе не советую. Свобода дороже. Так, возьмешь лодку, пойдешь по морю, а там отсидишься где-нибудь. Ты понял? Ты понял? Да. Давай, дуй, 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 дуй. Потом мой отец подсунул ему обгоревший паспорт. А золото? А золотишко я с собой забрал. Только продал дешево мелким скупщикам. А деньги? Деньги я быстро потратил. В карты начал играть. Ну, а дальше ты знаешь. Какая же ты сволочь. А мне плевать, что ты обо мне думаешь. Я хочу жить нормально, а не бояться каждой тени. Вот сейчас расплачусь долгами и уеду куда-нибудь за границу. Бабки давай. Отдай мне сына. Не. Пацан моя кровь. А к тому же моя страховка. Лег, быстро! Мирон! Ляг, я сказал! Мирон! Мирон! Черт, он Мирона увозит. Где б...
полицейских катера я не вижу. Сами справимся. Толик, он ушел. Забрал ребенка и деньги. Аль, не волнуйся, мы вернем Мирона, слышишь? Аль. В участок. Хорошо. Пойдем. А вам нужно будет проехать в участок и подписать. Да, хорошо. Не, ну если хотите, вы можете подписать здесь. Завтра, наверное, подъедем. Хорошо. События развиваются очень стремительно. Показания задержанного похитителя Ивана Ларина вскрыли коррупционные схемы на самом высоком уровне нашего города. Вадим Кунцев, начальник полиции, находится под следствием. А мать его, мэр города Раиса Кунцева, только что подала в отставку. Раиса Викторовна, это вы приняли решение уйти в отставку или вас заставили? Без комментариев. Раиса Викторовна, прокомментируйте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, Раиса Викторовна. Сначала в адвокатскую фирму. Мне нужно поговорить с адвокатом Вадима. Наверное, самого дорогого наняла. Да. Это мой сын. И я буду бороться за него до конца. Ну, правильно. Только Вадима хотят посадить по делу. Как ты можешь так говорить? Он же твой брат. Все из-за этой Али и ее любовника. Дрянь, 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 ненавижу. Слушай, ну, Вадим ввязался в контрабанду не из-за Али. А все его преступления совершали с твоего позволения, мама. Так, останови машину. Я сказала, останови машину! Как скажешь.
Ну что же, поздравляю вас с официальным усыновлением. Все бумаги оформлены верно. А вы, молодой человек, отправляйтесь домой жить с мамой. Ведите себя хорошо. Ура! Мама, а ты не отдашь меня обратно? Никогда, мое солнышко. Оксаночка, кажется, в этот раз мы перестарались. Привет. Привет, сестра. А я думаю, это твоя машина, или я обозналась? О, привет. О, здорово. Ну куда так закупились? Оксаночка затеяла пикник. А-а-а. Кстати, Аля тоже будет. И Ромочка с Мироном так подружились? Хорошо. У вас как дела? А, да ничего, нормально, налаживается потихоньку. Герман на новую работу устроился. А-а-а. Между собой как? Ты его простила? Да нет, конечно, зачем? Пусть бегает. Ну все, дорогая, я все уложил, можем ехать. Толя, поехали с нами. Аля обрадуется. М? Да ладно, не хочу ее ставить в неловкое положение. Да ты попробуй. Ну, решай. Давай, на связи. Поехали. Сейчас, сейчас, Мирон, я тебе чаю налью. Мама, ну сядь ты, бога ради, я сама же все сделаю. Да я насиделась уже, вот чай свежего заварила. Отдыхай. Ага. Ой. Ну что, будешь варенье малиновое? Да. Это я для тебя, я его специально варила. Сейчас бутербродик сделаю. Что надо сказать, Мирош? Спасибо, бабушка. Бери бутерброд и бегом в мамину комнату. Там столько интересного. Держи. Ну что, когда у тебя с Толиком развод? Через неделю. Не хочешь с ним помириться? Ну, конечно, хочу, мам. Но ты же знаешь, что он никогда в жизни меня не простит. Я ему столько гадостей наговорила, что не люблю его, что никогда не любила. Ну, так и скажи, что это не так. Мам, я не знаю. Огурцы порезала? Ага. Смотри, как ага. Я быстро. Рома, не бегай так быстро, ты сейчас упадешь. Дядя Толя, дядя Толя. Здорово, богатырь. О, могу еще как дела? Хорошо. Хорошо? Привет. Привет. Молодец, что приехал. Привет. Привет. Пойдем играть в мяч. А? Хорошо. Мальчики, пора играть в мяч. Мама, Мироша, давай. Ромик, вперед. Как жизнь? Все нормально. Давай, потихоньку давай. Налаживается. Рада тебя видеть. Я так быстро я не рад. Могу. Ура! Слушай, тебе не надо сближаться с Мироном. Папа, на тебе. Почему? Он такой Родой маленький. Мне. Привыкнет к тебе еще. А у нас с тобой развод давай, через неделю. Ура! Давай не будем торопиться с разводом. Догони, догони. Как это? Ты что, готов начать все сначала? А ты? Опа. Ну, конечно. Тебе то я давно хотела тебе сказать. Ты настоящий мужчина. Верный, надежный. Я все это время любила только тебя. Просто не понимала этого. Ты моя настоящая любовь. Так, а кто за мной? Кто первый?